Здравствуй, Настюша. Не беспокойся, пожалуйста, я прекрасно себя чувствую. Завтра, как договорились, жду тебя. Мне нужно очень серьезно с тобой поговорить об этом твоем Кире. И не спорь со мной. Послушаешь совета старой, мудрой женщины. Ну, девочка моя, ну ты же знаешь, как я тебя люблю. Ладно, до завтра. Будь осторожна за рулем. Целую тебя, моя хорошая. Ты? Каждая история имеет свое начало. Ваш сок? Это началось майским вечером на стрелке Васильевского острова. Солнце плавило асфальт, пахло битумом, скошенной травой и Невской водой. А я медленно закипал, второй час ожидая Виктора, управляющего питерским филиалом моей фирмы. Вера, у тебя как дура жду. Хорошо сидим? Постой. Да пошел. Сейчас все уложу. Настюха, ну стой! Стой! Настя! Руки убрал! Все, не трогай, не трогай. Вот. Я тебя что просил? Я не виноват, Лёлика встретишь. Что ты мне лапшу вешаешь? Лёлика, ты опять? С какими бабами? Я даже не знаю, как их зовут. Это Лёлика привёл. Совсем не интересно. О, не прошло и года. Сейчас примет страдальческий вид и начнет артистично врать. Впрочем, забегая вперед, замечу, все, что произошло дальше, не имело к нему никакого отношения. Ну и как это называется... Виктор Григорьевич. Здравствуйте, Кирилл Андреевич. Сначала я тащусь за 700 верст. Потом не могу до тебя дозвониться. Да у меня сегодня с давлением что-то не то. Еле встал. У нас тут геопатогенная зона. Да и потом погода питерская. Врача вызвал? Врача? Да, врача. Клизму ставить. От твоей болезни в самый раз. Да у меня в самом деле давление. Это у меня давление. Кроссовочки с костюмом как-то... не вяжутся. А в машине ракетки. Теннис, конечно, штука хорошая. А давление полезное. Только не в рабочее время. Вот что, Витенька. Или ты берешься за ум, или мы с тобой расстаемся. Кирилл Андреевич. Без выходного пособия. День добрый. Готовы сделать заказ? Да. Воды принесите. Я от головы что-нибудь. Топор ему принесите. Настя, ну пойдем. Меня отпусти, а то так приятно. Давай, симулянт. Показывай, что принес. Значит так. Все, хватит. Надоело. Правда, здесь макет нашего выставочного павильона и план расположения стенда. Это очень маленький стенд, мы все не выложим. Больше места не дает. Мы просили ни в какую. Уперлись, как бараны. Ладно, с этим я сам решу. Дай мне телефон директора выставочного центра. Что у нас с прессой? Конкретно по выставке. Печатаем тебя в деловых ведомостях. Вот телефон директора. Решаем, где будет твое большое интервью. Милый, ты скоро? Я сейчас, еще минуту. Милый. Настюх, ты не так поняла. Да пошел ты. Настюх, вернись, я все прощу. Боже ты мой, какие мы гордые. Вали, утром поговорим. Да, Кир, ты попался. Кирилл Андреевич? Перебейся, успокойся. Да. Вот здесь технологическая документация на новые образцы. Угу. Отвезешь в офис, положишь в сейф. Угу. Сейчас я проверю. Обижаете, Кирилл Андреевич. Будет сделано. Одного не пойму, чего сам-то поперся. Мог бы курьером послать. Некоторые вещи лучше делать самому.
Особенно с такими партнерами, как ты. Да. Дамы и господа, не проходите мимо. Экскурсии по рекам и каналам города Санкт-Петербург. Комфортабельный теплоход повезет вас по живописнейшим уголкам Северной Венеции. Вы увидите мосты и набережные, непосредственно архитектуру. Обойдете с мир тайки судеб известных жителей нашего города. Что у вас случилось? Не заводится. Давайте оттолкну вас обратно, мне просто выехать нужно. На нейтралку поставьте. Ага. Вот, возьмите, пожалуйста. Спасибо. Я ума не приложу, что с ней. У вас аккумулятор сел. Вы когда последний раз фары выключили? Фары? Дура, вечно я их забываю. Ничего, спасибо. Поменяйте аккумулятор и поедете. А может, вы меня дернете? С удовольствием, но у меня фаркопа нет. А крокодилы, чтобы прикурить, есть у вас? Хватит! Тут, похоже, дело не только в аккумуляторе. А в чем? Зажигание, наверное. Специалист нужен. Так что вызывайте эвакуатор. Спасибо вам за помощь. Салфетка. Да. Послушайте, ну вот вы же вот прямо сейчас в свою Москву не поедете, верно ведь? У вас просто номера московские. Помогите мне пережить этот ужасный день. Я сегодня похоронила любимую бабушку, у меня Кира напился с машиной, вот, а впереди еще целый вечер, идти мне совершенно некуда. Сочувствую. А Кира — это ваш бойфренд? Да, вроде того. Вы, наверное, думаете, что я чокнутая? Или проститутка? Да нет, проститутки обычно выглядят чуть-чуть иначе. Может, я необычная? Это я уже заметил. Меня зовут Кирилл Костромин. Кирилл Андреевич. Можно просто Кирилл, но только на «вы». А Беляк? Меня зовут Настя. Анастасия Сотникова. У меня даже визитка есть. Я журналистка. Вот. Ну что, Настя, составлю вам компанию. Где здесь кофе можно выпить? Молодые люди, на экскурсию не желаете? По рекам, каналам города. Места есть свободные. Через минуту отправления. Я лет 100 на кораблике не каталась. А я всего 35. До середины 18 века Фонтанка служила южной границей. Красивый у нас город, правда? Нельзя застраивать усадьбы, первый из которых стал Лисинтан. Я ваши планы нарушил? Если бы у меня были планы, я бы с вами не поехал. А я думала, вы меня пожалели. На поминки не поехала. Нет сил слушать эту поминальную ахинею. А завтра надо быть в бабушкином доме. Он теперь мой. Мороки с ним больше, чем толку. Крыша течет, надо чинить. Приедут рабочие. Меня нет. Уедут. А я им аванс отдала. А дом далеко? Под Петергофом. Его название. Петергоф — это там, где фонтаны. Спасибо, я в курсе. Я думала, Кира мне поможет. Сегодня футбол, и в баре его ждут друзья. Ну, понятно, у него футбол, а вы с вашим домом можете подождать. Каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. У меня была потрясающая бабушка. Бабушки любят возиться с внуками. Наш не возился. Была для этого слишком независимой. А от чего она умерла? Сердце? Несчастный случай.
Под машину попала? Нет. Она никогда пешком не ходила. От деда осталась старая «Волга». Вот на ней всю жизнь ездила. Сама. А сколько же лет было вашей бабушке? 83. Ничего себе! После войны деду дали дачу под Петергофом. А когда он умер, она туда переехала. Насовсем. А умерла, принимала ванную, уронила фен в воду. Короткое замыкание. Поверить не могу, что ее нет. Недавно встречались на Невском. Кофе пили. Я ее с Кирой знакомила. Дурацкое имя, Кира. Ненавижу, когда меня так называют. Бросайте его к черту, вы разные, у вас ничего не получится. А это не ваше дело. Я, кажется, у вас совета не спрашивала. Простите, это я так, от безделья. Памятник был установлен в 1994 году. Его вес 5 килограммов. Спасибо вам, что не бросили в трудный час. Я желаю вам благополучно добраться до своей Москвы. А вы сейчас куда? Сейчас в метро, потом на электричку, а там 2 километра по лесу, и я на месте. Ясно. Аванс дороже жизни. Перестаньте. Почините машину и поедете. Отправляйтесь домой. Нет, я не поеду домой. Там Кира. Не могу его видеть. Спасибо вам еще раз. До свидания. Подождите. Давайте довезу вас до вашего Петергофа. Не надо, Кирилл Андреевич, я сама. Ну, конечно, вы должны были это сказать. Я вас услышал. Поехали. Спасибо вам, Кирилл Андреевич. Ладно. Давайте я вас провожу. Угу. Вот здесь. Вот здесь мы летом всегда и жили. Вы же говорили, бабушка вами не занималась. А нами занималась Зося Вацлавна, домработница. Вас было так много? Почему же было? У меня уйма родственников. У моих родителей я одна, а у тети Нины, папиной сестры, у нее Светка с Сережкой, а у тети Александры Сони и Владик. Только не говорите, что вы забыли ключи. Не забыла. Тетя Александра – это бабушкина сестра, младшая. Она ее на 20 лет моложе. Ну, в общем, племянники, племянницы, двоюродные братья и сестры. Прошу. В общем, быт у нас был вполне помещичий. Знаете, как Михалков в своих фильмах показывает. Осторожно, у нас, кажется, света нет. Наверное, во всем поселке вырубила. Да нет, не могло вырубить. У вас же фонарь во дворе горел. А где у вас пробки? Что? Электрический щиток у вас где? А, не знаю. Где-то здесь, наверное. Да. Неплохо для 80-летней старушки. Здесь еще кто-нибудь живет? Нет. Зосю Вацлавну бабушка уволила месяц назад, а Муся, это новая домработница, живет где-то в городе. Хотите, я сварю кофе? Ну, сварите, что ж теперь делать? В городе, это надо полагать, в Петербурге? Угу. А почему бабушка уволила эту вашу Зосю? Вацлавну, не знаю. Скандал был страшный. Она сказала, это не наше дело. Мне бы руки помыть. А,
Направо. Угу. Угу. Она чистая. Мама с Мусей здесь убрали все сразу. А здесь что было? Здесь зеркало большое. Оно разбилось недавно. Бабушка ужасно, ужасно огорчилась. Говорила, примет плохо. Так, перестаньте рыдать. Лучше помогите мне. Да. Чем? Пойду проверю ваши пробки. Свет в ванной горит? Горит. А в коридоре погас. И в гостиной тоже. Понятно. А так? Погас. Да, интересно. И часто у вас пробки выбивает? Периодически. Это ж дачный поселок. Кофе готов. Я, пожалуй, поеду. А кофе? В другой раз. Кирилл Андреевич, вы мне так помогли, а я вас даже ничем не угостила. Ну вот, теперь угостили. Уходя, я подумал, что в доме дело нечисто. Пробки выбило как-то странно. Но копаться в этом деле я не собирался. Это не мои проблемы, это проблемы Анастасии Сотниковой, которую я видел первый раз в жизни. Кирилл Андреевич, билеты в Дублин на 7-е и бронь в гостинице. Спасибо. Завидую я вам. Через 3 дня будете по ирландским пабам ходить и отплясывать джигу-джигу. Я не танцую. Гостиница... 5 звезд, как обычно. Что ж вы будете там делать один? Келлскую книгу читать. Что еще, Жанна? Кстати, Виктор Григорьевич звонил из Петербурга. Просил прислать телефон директора выставочного центра. Он визитку потерял. Вот бестолочь. Кирилл Андреевич, а еще он спрашивал по поводу интервью для «Ведомости». Вы как, по телефону его дадите или по скайпу? По скайпу. Я скажу, чтобы вопросы заранее прислали. Вот что, Жанна. Да? Закажите мне билет в Петербург на завтра. И забронируйте гостиницу. Это для Виктора. Хорошо. А когда обратно? Обратно не надо. Поменяйте билет в Дублин. Я полечу из Петербурга. Хорошо. Ты теперь ко мне как налоговый инспектор. Раз в неделю. Соскучился по вашему геопатогенному городу. Как твое давление? Да иди. А если серьезно? Вот, свяжись с ней. Дам интервью этому журналу. А кто такая Сотникова? Ну, там написано. Журналист. Ты в розницу свои мастерки собрался продавать? Я договорился с отраслевым изданием. Одно другому не мешает. У них тираж очень приличный, я узнавал. В первый раз в таком слушаю. Куда тебя везти? В гостиницу. Меня кто-нибудь спрашивал? А вот та, госпожа.
Госпожа Анастасия Сотникова. Кирилл Андреевич, как же я сразу не догадалась. Слушайте, это просто счастье какое-то, что вы меня нашли. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Вам нужно со мной поговорить? Да. И это очень важно. Вы что, читаете по-английски? А вы? Я с трудом. На самом деле, я тоже с трудом. Пойдемте позавтракаем, я с утра ничего не ел. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Андреевич, меня главред в упор не замечает. А тут говорит, давай ты Сотников. Крупный бизнесмен, хорошие деньги, гастромин. Хочет, чтобы ты у него личное интервью взяла. Я думаю, где-то я слышала эту фамилию. Но я действительно хочу, чтобы вы у меня взяли интервью. Ну, это понятно. Если не возьму, он меня живьем съест. Он за вами что, следит? Не знаю. Кирилл Андреевич, я вообще ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Что у вас тряслось? Мне страшно. Давайте рассказывайте по порядку. Дело в моей бабушке, которая умерла, помните? Вы только не подумайте, что я чокнулась. Но мне кажется, что ее убили. А с чего вы это взяли? Я нашла фен. Тот самый, который бабушка уронила в воду. И что? Он совсем другой фен. У бабушки был другой, белый. Я сама ей лично его дарила. А этот бордовый. Ну а почему вы решили, что бабушка уронила именно его? Бордовый фен. Маме отдали, когда бабушку увезли, понимаете? Но ведь у нее мог быть другой фен. Не мог. Во-первых, бабушка вообще не жаловала фены. Она считала, что они портят волосы. А во-вторых, того белого фена, который я ей дарила, нигде нет. Я все обыскала. А вы еще кому-нибудь об этом рассказывали? Никому. Даже вашему Кире? Кира здесь абсолютно ни при чем. Я никому не могу об этом рассказать. Кроме вас. А почему? Кроме меня? Потому что вы тогда были со мной, сочувствовали мне. Потому что в полиции меня с моими догадками никто не станет слушать. Ну да. Скажите, а ваша бабушка, она была богатой женщиной? Вот. Во всех детективах первый вопрос о наследстве. Кроме дома, у нее была квартира на Каменноостровском. Там живет тетя Нина, папина сестра. Папе она оставила Волгу, мне дом, а тете Нине квартиру. Ее детям, Сереже, большую коллекцию книг, а Светке сапфировые серьги. Кирилл Андреевич, Шато 53-го года. Дом и коллекция книг – это разные весовые категории. Она любила меня очень. У нее еще двое племянников есть. Ладику она оставила картины, а Соне – старинное бриллиантовое ожерелье. Ничего себе! Ожерелье может быть подороже дома. А что она оставила своей сестре? Тете Александре? Угу. Ну и память у вас. Тете Александре она оставила Библию. Они не ладили. Тетя всегда считала, что бабушка живет непосредственно. Это очень интересно, но... Настя, я, к сожалению, не специалист по расследованию убийств. Так что давайте выпьем за увлекательное интервью. Чувствую, за это интервью меня уволят. Если вы не убивали свою бабушку, это сделал кто-то из родственников. Я даже думать об этом боюсь. Семья – это главное в моей жизни. Да, иногда я от них устаю, иногда они меня бесят. Но я их очень люблю. Вернее сказать, только их я и люблю. А Киру вы любите? Да что ж вы все время спрашиваете про него. Если вам так интересно, мы расстались. Вы были правы. Хорошо еще, что никому, кроме бабушки, я его не показала. И вообще, кто из нас у кого интервью берет? Если вам так хотелось поговорить обо мне, то не нужно было придумывать повод, чтобы назначить мне свидание. А у нас свидание? Разве нет? Мы на самом деле почти пришли. Дальше я сама. Спасибо вам большое. Угу. До свидания. Подождите, а как же интервью? Ой, правда. Вы молодец. Вот, я вам подготовила вопросы. Вы посмотрите их, пожалуйста, а я вам завтра вечером позвоню. Можно? Можно. Ну все, пока. До свидания. До свидания.
Анастасия Сотникова, как и обещала, позвонила на следующий день. Торжественно сообщила, что это не телефонный разговор, и ей нужно непременно встретиться со мной еще раз. Здравствуйте. И спасибо, что согласились со мной встретиться. Я очень рада вас видеть. Вот, держите. Что это? Это ваше интервью. Да вы что? Как мило. Спасибо. Мне главред звонил уже раз пять. Я набрала 3 коробу, что у меня винчестер полетел. Что у вас тряслось? Да. Кирилл Андреевич, я весь день думала... Так, раз у нас второе свидание, называйте меня Кирилл. Угу. Да, хорошо. Вы меня тоже зовите просто Настя. Что надумали, Настя? Я должна выяснить, кто убил мою бабушку. Частного детектива наймете? Нет. Дело семейное, я во всем должна разобраться сама. Очень красиво, но совершенно невозможно. Почему? Нет. Все возможно. Смотрите. Завтра будет 9 дней. Я уговорю родственников приехать на выходные и пожить в бабушкином доме. Заодно разобраться с наследством. А за эти несколько дней я точно что-нибудь выясню. Ничего вы не выясните. Ну почему? Ну вы же не знаете как. Что вы будете выяснять? В глаза родственникам заглядывать и спрашивать, ты убил мою бабушку? Я буду импровизировать. Настя, мой вам совет. Бросьте это дело. Только дров наломаете и все. Нет, я не брошу. Потому что это мое дело, во-первых. А во-вторых, я должна выяснить, кто это сделал. Вы когда в Москву едете? Завтра? Завтра. Улетаю в Лондон, а оттуда в Дублин. Отпуск или командировка? Отпуск. Вот и хорошо. Вы когда вернетесь, я уже все выясню. Или вас похоронят рядом с бабушкой. Почему похоронят? Потому что как только вы залезете в банку с пауками, паук-убийца от вас избавится. Как избавиться? Настя, бросьте в эту затею. Поехали со мной в Дублин. Хотите? Не хочу. Почему? Кирилл Андреевич, вы мне нравитесь. Поэтому курортного романа я с вами не хочу. Ну, за предложение спасибо. СМС-кой киньте мне имейл свой. Я вам интервью вышлю на согласование. До свидания. Сережа, за домом травы по пояс. Сейчас, мам. Нина Павловна, здравствуйте. Мусь, помоги Насте. Бегу. Это ж надо было так все запустить. Эх, Настя. Ой, тетя Нин, я не виновата, у меня времени не было. Муся, а ты куда смотрела? Настя, а где у нас коса? Не знаю, Сереж, посмотри в сарае. Так, надо спасать. Здрасте. Здравствуйте. А вы, надо полагать, Нина? Настина тетя? Нина Павловна. Очень приятно, Нина Павловна. А я Кира. Друг Насти. Настя! К тебе тут друг приехал. Привет, Настюха. Я приехал. Как договаривались. Вы? А ты что, никому не сказала, что ли? Ничего не помнит. Мы живем, вместе квартиру снимаем. Говорит, Кира, приезжай в пятницу, на выходные, на дачу. Все наши соберутся, я тебя с ними познакомлю. Ну вот, я и приехал. Настя, разворачивать мне нужно было сразу. А теперь все. Так, куда вещи-то сложить? Кирилл Андреевич, вы себе как это представляете? Вы думаете, я буду жить с вами в одной комнате? Кирилл, мы же договорились. И потом, если мы будем жить с вами в разных комнатах, ваши родственники нас не поймут. А преступник тем более. Я боюсь. Чего вы боитесь? Домашние же вашего Кира в лицо не знают. Ну вот и отлично. Найдем убийцу вашей бабушки и махнем в Дублин. И все у нас будет хорошо. Нет, нет, у нас все не будет хорошо. Я вас не остановила только потому, что я думаю, что кто-то из моих родственников убийца. Господи, что я говорю, это невозможно. Вы меня не остановили,
Потому что я вам нравлюсь. И вы мне тоже нравитесь. Очень. М? Вещи положите в шкаф. Угу. Муся, оу. Грабли мне принеси. Ага, уже несу. Может, вам помочь, Нина Павловна? По-моему, вы совершенно зря приехали. Не знаю, зачем Насте понадобилось приглашать постороннего человека. Ей простительно. Она переживает смерть бабушки. Но вы-то могли иметь понимание и такт. А вы? Что я? Смерть переживаете? Ну вот видите, понимание и такт у меня начисто отсутствует. Значит, мужчина жизни – это вы? А у сестрицы не дурной вкус. Ну и чего вас Настя так долго скрывала? Вы разговаривать умеете? Умею. А что вас так проняло? Может, желаете изменений в программе? Каких изменений? Любых. Я женщина свободная, а вы? А я не женщина. Угу. Оправдывайте репутацию. А что, у меня уже есть репутация? Да. Мамаша сказала, что вы хам. Света, вас Нина Павловна звала. А вы, Кирилл, минут через 20 подходите пить кофе. Угу. А насчет изменений в программе подумайте. Все непременно. Кирилл, да где вы ходите? Я вас везде ищу. Меня пытались взять на секс-абордаж. Светка? Да, но я устоял. Верится с трудом, ладно. Значит так. Я обо всем подумала, и я поняла, что мне без вас не обойтись. Подождите, мы же уже все решили. Что мы решили? Надо все как следует обдумать и отрепетировать. А что отрепетировать? Как что? Наши отношения. Идут, Нина Павловна. Угу. Настя, сколько вас можно ждать? Мам, они могли бы до утра не появляться. Мы бы их отлично поняли. Глупки. Сливки? Нет, нет, спасибо. О, сами кофе пьют, а меня не зовут. М? Руки мыл? Мыл. Настюх, слушай, а куда мне комбез деть? М? На диван кидай, потом заберу. Хорошо. Сергей Петруничев, брат этой кнопки. Кирилл Костромин. Очень приятно. Ну что, Настюха, как твой жук, починила? Ой, починила, как полмашины купила. Его давно нужно было на свалку отправить. Мам, ты ничего не понимаешь. Такие машины в музеях стоят. Угу, вот именно. Не знаю, как родители позволяют тебе на этом ездить. Хотя им всегда все равно. Тетя Нин. Что? Ну, с мамой твоей все ясно. А вот братец мой меня удивляет. Никогда не думала, что ей удастся так его изменить. Мам, что с тобой случилось-то? Ты чего? Мама злится. Ага. Дурацкая была идея устроить семейный отдых на лужайке. Но раз Настенька так решила, Настенька все сделает по-своему. Я никого не заставляла. Ну, конечно. Если бы мы не приехали, ты бы еще год билась в истерике. Настенька, он с кремень, вся в бабулю. Ой, слушайте, а я траву сейчас косил.
Красота такая. Солнце светит, трава пахнет. Над головой... Небо. Чего? Небо, говорю, над головой. О, небо. Да. Ну, хватит! Может, ты его в город отправишь? Или мы с тобой серьезно поссоримся? Мам! Настюх, а где тут Финский залив? Так недалеко. Там, за деревьями. 100 метров. Купаться можно? Можно. Только надо подальше зайти, а то у берега по колено. Ну, черт знает что. Почему сети нет? Кто-нибудь мне объяснит? Здесь так бывает, Нина Павловна. А кому ты звонишь, мам? Настиным родителям. Тетя Нин, а вы так не волнуйтесь, они с минуты на минуту приедут, и вы все сможете сказать им лично. Только Кирилл никуда не поедет. Да? Угу. Это мы еще посмотрим. Ужин сегодня в 7. Привет, честной компании, как вы тут? О, привет. По-моему, неприлично, полдня ждем вас. Сестриц, не бухти. Всем привет, дядь Дим. О, привет. Светка, ты все краше и краше. Настя, неси тарелки. Уже, тетя Нин. Здрасте. Здрасте. О, здравствуй, солнышко. Привет, пап. Сереж, помоги мне, пожалуйста. Давай. Этого видела? Доченька твоя его привела. Я все слышу. Не обращай внимания, это нормально. Если в нашем доме появляется мой кавалер, его принято обсуждать. Ну да. Привет, дочь. Мам, познакомься. Это Кирилл. Юлия Витальевна. Очень приятно, Кирилл. Мне надо с тобой серьезно поговорить. Хорошо, только переоденусь. Ну чего, шашлык готов? Готов, готов. Готов! Надо в миску перекладывать. Вторую порцию заряжать. Сергей, ключи от гаража у вас? А? В погреб надо. Сейчас. Сейчас. Подержи. А, я в другой куртке забыл. Сейчас, сейчас. Сереж, это комиску-то! Да сейчас я. Подожди! Отсутствие всякого присутствия. Держи. Поливай, чтобы не было огня. Я за миской сбегаю. С ума не сошел. Ты со мной за весь день даже не поговорила. Да ты что, если Нина Павловна узнает, ее вообще удар хватит. Я все равно ей все расскажу. Так больше продолжаться не может. Воры! Помогите! У меня чуть сердце не разорвалось. Шла по дорожке, вспоминала, как все были живы. И Павел, и Яков, и Галочка. И вдруг из кустов это чудовище. Мам, тебе нельзя волноваться. Дай запить. Ой, я тебе сколько раз предупреждал. Сразу приготовь стакан воды. Ой, это приятель Насти, тетушка. А что он стоял в кустах? Меня подстерегал? Меня зовут Кирилл. О. Соня, а что вы там делали? Мама хотела пройтись, и Дмитрий Павлович высадил нас у поворота. Боже, я чуть не умерла. Послушайте меня, Александра Тихоновна, ничего страшного не случилось. Сейчас не ночь. И здесь на минуточку не бандитская малина. Настюш, мама интересуется, где постельное белье. Я покажу. О, у меня начинается сердечный приступ. Соня, Соня, срочно вызови врача. Нужно снять кардиограмму. Где мой страховой полис? Ты его не взяла? Взяла. Положи на стол. Ну не держи ты так эту тряпку. Ты что, не видишь, что мне капает прямо на платье? Ты мне его испортила. Дай сюда. И принеси мне чаю. Ты же знаешь, что я не могу без чая, когда волнуюсь. Только возьми с ромашкой. Термос у Димки в машине. Хорошо. О, значит, вы и есть Настин сожитель. У нас в семье большое несчастье. Умерла моя сестра Агриппина. Упокой Божию душу грешную. А вы зачем приехали? Узнали о наследстве? Каком наследстве? Не прикидывайтесь. Настя получила все. Ну почему все? Насколько мне известно, Насте оставили только дом. Так со всем содержимым и участком. Я слышал, есть еще квартира, машина. Поживиться захотели. Вот вам! Ясно! Квартира Нинки, машина Димки. Так что вам больше здесь ничего не отвалится. Даже не надейтесь.
Ну а как же украшения? Ваша дочь унаследовала какие-то украшения. Да будь они прокляты. Моя дочь никогда не наденет то, что носила Агриппина. Я не позволю. Моя дочь скромная девушка. И ей не нужны какие-то там стекляшки. Не нужны бриллианты. Бриллианты, молодой человек. Надобны девицам вроде Нинкиной Светки, но только не моей дочери. Идемте к столу. Все готово. Шашлык чуть не сгорел. Сереж, да? Ты не видел, куда Кирилл пошел? Он на залив пошел. Спасибо. Угу. Итак, я ввязался в игру «Найди убийцу», правил которой толком не знаю. Для убийства нужен мотив. Что имеем? Наследство бабули. Дом, квартира, машина, бриллианты. В принципе, убить мог каждый. Даже Настя. Настя, бред. Кирилл Андреевич. Вы здесь? Да, здесь. Такие они родные все. Бабушку все любили. По-разному, но любили. Мне уже кажется, что мы сочинили это убийство. Дай бог, если так. Пойдемте, покажете мне фены спать. Нам с вами еще раскладушку в подвале найти надо. Должна быть. Но это же ерунда, Настя. Мы же взрослые люди. Я бы на одном краю, ты на другом. Черт. У тебя же не кровать, а полигон. А если нас с этим застукают, вся легенда рухнет. Разве нормальный человек может поехать вместо Дублина в Петергоф искать убийцу чьей-то бабушки? Во-первых, не чьей-то, а моей. И вообще, я вас боюсь. Пошли спать. Да я сам себя боюсь. Как разбирается этот агрегат?
Сережа! Сергей! Чего, мам? Так, вот что. Из сарая принеси самовар, чайника на всех не хватит. Угу. В здоровом теле, здоровый дух. Спасибо, сестра! Нина, а где у нас ведро? Посмотри на кухне. Кирилл Андреевич, вы уже встали? Ты уже встал. Как спалось? На редкость крепко. Понятно. Слушай, а кто живет в доме напротив? Понятия не имею. Когда-то дедушка с бабушкой дружили с соседями, а потом их дети уехали, дом продали. Много лет там никто не живет. А собака там была? Собака? Я не знаю, мне кажется, нет. Чую овсянку и мамины гренки. Пошли. Погоди. Чего? Давай до завтрака кое-что проверим. К чему такие сложности? Конспирация. Ты забыла, давай. Ай, я тебе говорю, там никто не живет. Вчера днем я там видел человека. А откуда у бабушки были деньги? Дед ведь давно умер, правильно? Правильно, в 65-м. Он долго болел после тюрьмы. Его же посадили в 49-м. В 56-м выпустили. А она работала? Да, в Русском музее. Ой. Ну, знаешь, зарплаты в Русском музее на домработницу не хватит. Наверное, что-то от деда осталось. Что же это были за деньги, если она жила на них 50 лет? Заметь, она все себе оставила. Дом, драгоценности, даже квартиру. На что она жила? Я не знаю, мы никогда об этом не думали. Как-то родители предлагали ей деньги, а она отказалась. Больше не предлагали. А кем был дед? До войны главным инженером Волховстроя. Ну что, зайдем в гости? Это ж не закон. Ну ничего, в крайнем случае посидим 15 суток в одной камере. Странно. Собаки нет, а будка новая. Ага. Или собака все-таки есть. Не заперто. Подожди здесь. Уж нет. Я с тобой. Сюда бомжи забрались. Зимой. Угу. И остались до лета. И не забрались, а забрался. Он здесь один. Чайку не хочешь? Мы его спугнули, он только что ушел. Маман? Владик, не надо в сухомятку. Чай, кофе. Пива нет. Доброе утро. Привет. О, молодежь, давайте побыстрее за стол. Как спалось, голубки? До утра уснуть не могли. Салют. Знакомиться приехали, да? Кирилл, это Владик. Ага. Владик, это Кирилл. Да, маман уже доложила. Жаль, бабуль не застали. Железная была бабка. Как жила с огоньком, так ее и коротнула. Владик, ты не должен так говорить о сестре своей матери. Сестра моей матери меня уже не услышит. Дима! Mm-hmm. Так, тарелки давай. Mm-hmm. Давай, давай. Ой. Пища богов. Лучшая в мире овсянка. Юлечка, меня от вашей овсянки пучит. Александра Тихонова. Пучит. Это называется метеоризм. Не хочешь, не ешь, милый. Хочу. Тогда ешь и молчи. Как скажешь, любимая. Как трогательно.
Ну, просто кино. Ой, а ты завидуешь, Светка. У кого-то все хорошо, а ты сразу комплексуешь, как все стервы. Я прав? Владик, прекрати. В самом деле, Владик, это некрасиво. Хотя в чем-то ты и прав. Света всегда одевается так вызывающе. Хотя некоторые вон и любовников не стесняются. Так что же не одеваться, как кокотка? Да что ж такое, Александра Тихоновна? Лучше одеваться, как кокотка, чем как Соня. Света, я тебя прошу, разговаривай со мной уважительно. Нина, скажи ей, Соня, налей мне молока. Так, раздай водой. Настя, а где Муся? Я отпустила ее до обеда. Слушай, я не понимаю, зачем тебе нужна домработница? Тетя, я одна не справлюсь. Нет, Агриппина сошла с ума, когда оставила тебе этот дом. Как может девчонку следить за таким домом? Мама, Насте уже 26, и она не девчонка. Глупости. Ты тоже девчонка, хоть тебе 35. А ты хотя... Соня всего 33. Ой. Слушай, Настя, я картины свои хочу посмотреть. Там есть что-нибудь стоящее? Не знаю. В кабинете посмотри. А забрать? Забирай, они же твои. Вот жили люди, а! Картины, бриллианты, красота! Угу. Твоего дедушку, на минуточку, генерала инженерных войск. Сначала на 7 лет в лагерь отправили, а потом инвалидность. Даже до полтинника не дожил. Красота! Слушайте, так а может бабуля сама отравила деда? Влад! Нет, а чего? У нее уже был этот, как его, с которым она на фотографиях постоянно. Мам! Я не понимаю. Да все ты прекрасно... А, Яков, Яков, они с дедом воевали, потом дед привез его в Ленинград, и у бабули был с ним роман. Она спровадила деда в тюрьму, а сама с этим Яковом... Что за ерунда? Тетя, ты рассказала? Я? Мама вышла за папу в 48-м. Через год появился Дима. И вскоре отца арестовали. А Якова Иосифовича посадили раньше. Какой роман? Мама просто помогала его дочери. Да, Галочке. Прекрасно я помню. Такая хорошая. Она потом уехала куда-то. Да, у нее еще девочка была. Внучка Якова. Лето приезжали отдыхать. А может, эту Галочку бабуля и родила? Влад! Влад! Хватит чушь нести. Как вариант. Нин, с обедом поможешь? А то я до вечера не справлюсь. Ты можешь. Спасибо тебе, солнышко. Каша была великолепна. Так, парни, мне нужна помощь. У Волги тормоза прокачать. Я пошел смотреть наследство. Давайте я помогу. Это ненадолго. Давай. Я отдала бабушкино ожерелье оценщику. Что? Я все равно его носить не буду. Ого. А я думал, тут ржавая корыта. Ты обижаешь. Агриппина ее берегла. Зимой на ней не ездила. А ремонт и обслуживание были на мне. Ее ж постоянно смазывать надо. Это ж не нынешние игрушки. Это же, а? Автомобиль. Садись за руль. Тормоза прокачивать приходилось? Приходилось. А как с этим управляются? На себя вверх заднее, вниз первое. Так, давай поворачивай руль влево. И дай мне ключ на 8, там на торпедо лежит. Нашел? Ага. Давай качай. Да, Жанна, срочно. Держи. И что, вы сами не можете решить? Еще качай. Хорошо, соедини меня с отделом маркетинга. А, держи. Костромин говорит. У вас телефон питерского филиала есть? Ну так позвоните туда. Все, спасибо. Готово. Ну и как поживает твой отдел маркетинга без тебя? Да как-то не очень. Ясно. Дай мне отвертку, я заодно зажигание проверю. Ну, давай рассказывай, кто ты есть. У меня бизнес. Что-то мне Настя о твоем бизнесе ничего не рассказывала. Ну, не знаю. Может, стеснялась. Ага. Порно-журналы издаешь? Да не, не издаю. Сам снимаюсь. Да иди ты. Шутка. Знаешь, что юморист? Там вот у заднего стекла книжечка лежит по Волге, желтая такая. Дай мне ее, пожалуйста. Света, не смей курить в моем присутствии, меня стошнит. Соня! Да, принеси мне капли воды. Ой,
И скажи Насте, что я не могу жить в этих сквозняках. Тетя Александра у вас прям местный тиран. Ой, она женщина несчастная. Муж от нее ушел. С сыном проблемы. И со здоровьем тоже. А кто сказал, что у нее проблемы со здоровьем? Она сама? Так об этом все знают. А с сыном какие проблемы? Владик, да бесшабашный он. Отец у него, между прочим, на минуточку в мэрии работал. Ушел, когда парню 15 лет исполнилось. Так и заявил, что ни жены, ни детей он больше видеть не хочет. Владик и раньше фортеля всякие выкидывал. А тут вообще с катушек слетел. Только папа, когда его прикрывал, ему все с рук сходило. А когда папашу ушел, ему прощать перестали. А он к этому не привык. Бегал к папе в мэрию, на улице стерег. В общем, история еще та. Ты что там, заснул, что ли? Нашел книжку или нет? Нашел. Ага, спасибо. Давай. Знаешь, теточка, на минуточку, меня к себе почти каждый день вызывала, чтобы я с ним душещипательные беседы вел. А он все равно никого не слушал. А, видишь, все-таки третий предохранитель. Но ты знаешь, Соне удалось его уговорить больше к отцу не ходить. А Соня на него имеет влияние? Не, на него никто влияния не имеет. А, сгорел. Угу. Александр им гордится, как будто нобелевский лауреат. А кем он работает? Да буклеты на компьютере верстает. Ну, что-то типа дизайнера. Порядок. Спасибо тебе за помощь. Ну что, продавать будете? Я думаю, 1200 вам за нее дадут. Молодой человек. За эту красавицу после реставрации лимон могут отвалить. Но я друзей, как говорится, не продаю. Где ты его нашел? В Волге лежал. А что это? Это бабулин дневник. Она все записывала, где была, с кем встречалась, на что деньги тратила. Считала это признаком дисциплины ума. Посмотри запись от 13 мая. 2 недели до смерти. Меня очень беспокоит Настя, Сережа и Людочка. Кто такая Людочка? Не знаю. У нас нет никакой Людочки. А почему ты ее беспокоила? Из-за Киры. Он ей очень не понравился. Настолько, что она даже грозилась лишить меня наследства. Про брата ты тоже ничего не знаешь. Сережку она очень любила. Он часто приезжал сюда, оставался здесь. Книжку свою здесь писал. А что за книга? Арабская скоропись. Он же специалист по арабскому языку. Скажи, а еще какие-нибудь бумаги у нее остались? Остались. В кабинете в столе лежат. Что-то потеряли? Может, помочь? Да, нет. Я рукопись потерял, просто ищу, положил в стол и не знаю, где она. А как она выглядела? Такая серая папка. Вот это? Да. Арабская скоропись. Настя рассказала, вы трактат пишете. Да. Послушайте, Кирилл, бабушке вы не нравились, а тетя Александра все утро твердит, что вы гоняетесь за Настиным наследством и что вы аферист. Это, наверное, не мое дело и звучит глупо, но что у вас с Настей? Я ее брат и имею право знать. С Настей у нас все серьезно. Я не аферист, и Настя наследство меня не интересует. Так что морду мне бить пока еще рано. Когда будет пора, я скажу. Ужасно глупо, да? Глупо. Давай на «ты». Ладно. На «ты» так на «ты». Слушай, а что это Владик наплел про то, что бабушка деда отравила? Да ну его, он все время врет, публику эпатирует. Вон, видишь, на велике из города приехал. Своей машины нет, а на электричках, по его мнению, ездят одни плебеи и уроды, представляешь? Убили! Помогите!
Да, да помогите же! Кто-нибудь! Мама! Ой, только и ждешь моей смерти. Ой, думаешь, не знаю, как ты меня ненавидишь. Господи, что ты такое говоришь? Александра, тихо! Что опять с вами случилось? Тетя! Сонечка, отойди. Давайте отойдите вы! Вы и так меня вчера чуть не угробили. Скамейка. Сереж, иди сюда. Помоги. Эту скамейку давно сжечь надо. Я могла сломать себе шейку бедра. А в моем возрасте это вообще смертный приговор. Согласен. Я сжечь ее не буду. Настя. Ее дедушка делал. Вот умру вам на радость. Танцуйте на моих костях. Ну зачем же так долго ждать? Можете заказать танец прямо сейчас. Я джигу-джигу умею. Кирилл! А по вам, молодой человек, тюрьма плачет. Брачный аферист. Привела в дом бандита. Соня! Сонечка, отведи меня в дом. Идем, мам. У меня аллергия на солнце. Я не нарочно, честное слово. Само как-то вырвалось. А скамейку я починю в порядке самобичевания. Как думаешь, нужно спасать Настю от праведного тетушкиного гнева? Или сразу в полицию сдаться? Да ладно, не переживай. Соня все уладит. Слушай, а чего это Соня так заторопилась продавать бабушкины бриллианты? Обиделась, что-то матери ничего не оставила? Я не знаю. Я вообще в их жизни мало чего понимаю. Когда дядя Боря от них ушел, у тети вообще крыша поехала. Она всегда была чокнутая. А дядина выходка окончательно подкосила ее. Дядя Боря – это отец Сони и Владика, да? Угу. Который в мэрии работал. Угу. Женился на своей секретарше. Как в плохом анекдоте. А тетя Александра где работала? Она вообще никогда не работала. Ее всю жизнь дядя Боря обеспечивал. А после этой истории тетя попросила у бабушки денег, а та не дала. Сказала, ты не инвалид, можешь сама себя прокормить. А детям, говорит, помогу. Ну и помогала, правда помогала. До последнего помогала. Слушай, а на что же тетя живет? На Сонину зарплату живет. Соня ради нее даже из института ушла. В больницу устроилась с медсестрой на две ставки. Ну все, можно на солнышке греться, книжки читать. Ты вообще что читаешь-то? Детективы, небось? А ты не читаешь? Читаю. И бабушка читала. Вон, в кабинете целая полка. А твое наследство тоже здесь? Да. Хочешь посмотреть? Хочу. Ну на, вот это вот. А они у тебя... Все такие? Да, я же арабист. А бабушка тоже по-арабски читала? Не, бабушка нет. Эти книги дед собирал. Хотя он тоже арабского не знал. А вот Яков знал. Тут в основном все книги его. А как же его книги у вас оказались? Яков деду на хранение перед арестом дал. Потом из лагеря не вернулся, а книги вот остались. Слушай, где же она? Где же она? Я же ее недавно видел. А, вот! Вот. Любимая моя. Смотри. А? Смотри, какие иллюстрации. Вообще произведение искусства, да? Ну смотри, сейчас. А почему ты стал именно арабским заниматься? Слушай, на меня бабушка сюда в детстве водила, книги показывала. Иллюстрации красивые, а ничего не понятно. Вот я решил выучить, чтобы понимать. А ты что, странички вырывал в детстве? Нет, а что? Ну, вот тут страницы вырваны. Так, не понял. Вот сволочи. Это Влад или Светка. А они что, смотрят эти книги? Да в том-то и дело, что они не смотрят. Влад рвет из всех книг подряд. Папиросы свои закручивает. Но ничего святого нет. Погоди, погоди, а про что здесь? Ну, это сказка арабская. «Логово паука» называется. Тут про паука, который охраняет свои сокровища, а тот, кто пытается их украсть, умирает страшной смертью. А где вырвали? Там про что было? Про что?
Что было? Было... А, ни про что, все нормально, странички на месте, она рассохлась. Да не могла она рассохнуться, она же не склеена, а сшита. Раз рассохлась, значит могла. Вон, детектив читай. Муся, а? Поможешь мне в кабинете убраться? Конечно, Настюш, бегу. Сначала фен, теперь испорченная книга. Если бы странички вырвал сам Сергей, он не стал бы мне ее показывать. Или она действительно рассохлась? Не смейте меня шантажировать, Петр Борисович. Я вам уже сказала, я больше не хочу. Повторяю, не хочу. Не желаю больше никаких темных дел. Хватит с меня и этого. Не звоните мне больше. Вот еще альбом. Угу. Соня! Соня, где этот полицейский? Вызывай полицию! Кирилл, что? Ну вот что-то я опять сказал. Ничего я и не говорил. Я тебя искал. Я вошел в комнату, а она там. Ну, темно было. Ты искал меня в ее комнате? Ну, угу. Ты балбес. Жуть, что теперь подумают твои родственники? Я идиот. Муся. Ау. Мусь, пойди глянь, что там происходит. Хорошо. Они подумают, что ты храбрый. Почему? Потому что ты ее не боишься. Ну да, я ты ее раньше не боялся. За мной уже приехали. Пора сушить сухари. Все в порядке, но вам лучше пока побыть здесь. Настя, вы там были уже. Да. А мне показалось, что пыль. Тогда давайте фотки смотреть. Вот, смотри. Это дед в генеральской форме. А вот это Яков. Это бабушка с дедом. Вы похожи. Да. А вот это жена Якова. А вот все вместе у нас на крылечке. Тетя Нинина свадьба. А где сейчас ее муж? А он погиб. Он моряк был. Капитан первого ранга. Печально. А вот эта девочка, это, похоже, внучка Якова. А, вот вы где. Настюх, спустись вниз. Там, кажется, война начинается. Если тебе лень, я могу почистить сама. Но при чем здесь лень? Или не лень? Я говорила о том, что мы на эту ораву будем картошку полдня чистить. Не, ну слушай, действительно, но если нужно столько картошки чистить, давай молодежь подключай. Там Светка на минуточку с утра скучает. Серега опять книжки воткнулся. Свою дочь контролируй. А Настя, между прочим, с утра все полы перемыла. Зато ее ухажер опять напугал тетю. Я больше не буду. Черт. Вспомни его. Вот скажи мне, зачем ты туда поперся? Пап, ну, дверью ошибся. Александра Тихоновна сказала, что не выйдет из комнаты, пока он не покинет дом. Уверяю вас, выйдет. А вот так нельзя, Кирилл. Между прочим, она несчастный человек. Жизнь обошлась с ней несправедливо. Угу. Муж бросил. С сестрой постоянно ссорилась. Она еще на минуточку без наследства осталась. Да вы не переживайте. Соня ей свою отдаст. С чего вы взяли? Ну, я же не слепой. Соня уже отвезла свое ожерелье к ювелиру. Зачем? Зачем? Затем, что сами по себе бриллианты вашей тетушке ни к чему. Она же не леди Диана, приемов не посещает. А вот деньги. Другое дело. Как только Соня продаст ожерелье,
Ваша нежная тетушка захворает, и спасти ее смогут только Сонины деньги. Все просто. Ну, я думаю, до этого не дойдет. Да уже дошло. Вашу тетушку не жалеть надо, а палкой вокруг дома гонять. Кирилл! Настя. Откуда у Сони ювелир, который возьмется оценивать старинную вещь? И почему ее мать уверяла меня, что дочь не нуждается в бриллиантах? Нет, не похоже Соня на хладнокровную убийцу. А Александра? Ну что, всем показали, какой вы хороший мальчик? Прогуляйтесь со мной. Вдруг станете еще лучше. Вот почему жизнь так несправедлива? Одним все, другим ничего. Ну а чего вам не хватает? Да всего. Работу свою ненавижу. Денег нет. Мужика приличного тоже. Смешно? Да нет, не очень. Вот отобью вас у нас, Стаси, так хоть развлекусь? Не, не отобьете. Боитесь меня? Боюсь. Вы зачем приехали? Меня пригласили? Нет. Вы приехали разнюхать. Подходит вам это или не подходит? Даже Сонька, идиотка, не та счастливее меня. А вот это вы зря, Света. Соня, насколько я могу судить, человек абсолютно несчастный. Вы вот на солнышке загораете, а она мамашу сторожит. Угу. Гадости от нее всякие выслушивает. А раз выслушивает, значит, заслужила. Наша Сонька безгрешная год назад в историю втюхалась. У них в больнице мужик лежал. Она за ним ухаживала. И влюбилась. На свидание к нему бегала, замуж собралась, нам плела, какой он хороший. Слава богу, в дом не привела. Дура. Почему дура? А он уголовником оказался. А как узнали, что он уголовник? Его что, арестовали? Нет. Фото в газете напечатали. Ну, разыскивается, особо опасный. Ну, Сонька его там и увидала. Сразу в аптеку бросилась димедрол покупать. Хорошо, Влад рядом был. Скорую вызвал. Промыли желудок и в психушку. Ну, а когда Сонечка на работу вышла, ненаглядного и след простыл. А вы сами эту газету видели? А как же. Тетушка потом этот вестник милиции всем показывала. До дыр. Значит, оказалась ваша Соня не Соней, а Изольдою. Вот только Тристан немного подкачал. Хотите впечатлить меня образованием? Ну, а чем вас еще впечатлить? А вы хотите? Я хочу узнать, где работают такие красивые девушки. Девушки работают на скучной и пошлой работе. В архиве. Перебирают древние бумажки в компании старых совковых теток. Ну, а отдыхаете вы, наверное, в другой компании? Желаете присоединиться? Соня! Где моя мочегонная? Мама, ты примешь его на ночь? До ночи у меня пол. Ой, я такая неловкая. Принеси сейчас же. Я вас приглашаю. Не пожалеете. Обедать подано. Вы можете потом продолжить. Время будет. Настя, послушай. Это не то, что ты думаешь. А я все понимаю. Она красивая, а я нет. Она раскована, а я нет. У нее ноги. А у тебя нет? Делай, что хочешь. Слушай, она рассказала мне массу интересного. Не сомневаюсь. Я думаю, что потрогать ее за грудь было еще интереснее. Настя, я не трогал ее за грудь. Значит, показалось. Это была игра, я ей подыгрывал. Я знаю эти игры. Руки убери. Слушай, я что, даже разговаривать ни с кем не имею права? Я приехал сюда ради тебя. Почему я должен перед тобой оправдываться? Кирилл не должен. Хочешь Свету? На здоровье. Насть! Иду, мое солнышко. Иду. Надо же все собрать. У тебя ведь только ноги прямые. А сама ты у меня криворукая. Сам не положишь, от тебя не дождешься. А знаешь что, ты барбекюшницу взял? Взял. Прожорливая моя. Давай. Стой. Да, Кирилл Андреевич, слушаю.
Работаю в поте лица. Сейчас вот еду к технологам решать, как лучше мастерить ваши мастерки. Что, Дублин? Отлично. Солнце, жара плюс 30. Да? А я слышал, там 17 и льет, как из ведра. Это было вчера. Слушай, Виктор Григорьевич, мне нужно, чтобы ты сегодня сделал одно дело. Всю подшивку? Да где же я ее найду? Суббота же. Ладно, понял. Понял, сделаю. Ну, долго еще? Вечером поедем. О, картошечка. Дайте. О, давай. Ну вот, совсем другое дело. А я бы прекрасно испекла ее в кожуре. А Юля, на минуточку, отлично печет картошку. Спасибо, милый. Ну и пусть печет. В походе у пионерского костра. А мы не свиньи, чтобы есть в кожуре. Спасибо, милый. Родня, внимание. Айвазовский. Что? Владик, это Юрий Николаевич Тетерин, друг семьи. Айвазовский. Сзади почитай. Вот. Да, Тетерин. Ладно, небольшой облом. Ой, Владик. Тетя Нина, у вас вода кипяченая есть? Маме таблетку надо запить. Давай. Кирилл, будьте добры. Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Угу, а что, Александра Тихоновна обедать не будет? Нет, не будет. Ты почему не ешь? Алло. Кого? Сон, тебя. Слушай. Да, хорошо. Спасибо. Сонечка, а кто звонил? Звонил ювелир. Он сказал, что ожерелье поддельное, что в нем одни стекляшки. Вот это номер. Молодец, бабуля. Вот змея. Даже из гроба над нами издевается. Ничего нам от нее не нужно. Моя Соня. Дочь не поберушка на чужие бриллианты рот разевать. И не смей реветь! Все равно тебе здесь никто не сочувствует. Ну что, рады? Теть, не стыдно такое говорить? Скажите, а откуда на минуточку взялся этот ювелир? Это я посоветовал. Ты? Да, они для русского музея и для нашей конторы иногда оценивают. Господи, это за что мне такой позор? Да какой позор? А такой. Родная дочь за чужой счет хотела в рай въехать. Это же где ж видано. Чтобы матери шиш, а дочери все. Это чтоб знала свое место. Ха, теперь пусть локти кусает. Со стекляшками от любимой бабушки. Хватит. Или вы немедленно замолчите. Или я запру вас в вашей комнате. Вам ясно? Я вас спросил, вам ясно? Спасибо, было очень вкусно. Пожалуйста. Соня, ну может быть этот ювелир ничего не понимает? Нет. Хватит. Я знала, что ничего не будет. Просто я надеялась. Соня. Выпей. Пей, 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 Сонечка. Мне всегда так. Да ерунда это, Соня. Съездим с Сергеем к твоему ювелиру и все выясним. Никуда вы не поедете. Если бабушка решила оставить мне стекляшки, значит, так тому и быть. Соня, ну пусть он съездит, но он разберется. Кто бы сомневался. Угу. Кирилл у нас вообще во многом хорошо разбирается. Особенно Сонечка в чужих бриллиантах. Да ладно, Сонька, брось. Ну, хочешь, я у тебя куплю эти стекляшки? Вон, Лильке подарю. Или Надьке. Только не плачь, а. Хорошо, Владюш. Я постараюсь. Настя. У меня было 325 разнообразных цветов.
И ни одной Насти Сотниковой. Я думал, что уже и не будет. Так что ревновать меня глупо. Ничего не глупо. Если еще раз увижу, как она к тебе лезет, выцарапаю ей глаза. Договорились. Нет. Еще не прощен. Настя, а как вела себя бабушка в истории с Сониным уголовником? Она в ужасе была. Все время твердила про честь семьи и про женскую гордость. Мне кажется, это был единственный случай, когда бабушка была солидарна с тетей Александрой. Тогда вот тебе и мотив. Какой мотив? Ваша Соня – человек волевой. Спасла от голодной смерти семью, уговорила Влада не бегать за отцом. Тащит все на себе и ненавидит мать. Ненавидит? Да ты что, она ей жизнь посвятила? Нет. Так она понимает свой долг. А любовь ее не здесь. Зачем она отнесла бриллианты оценщику? Жила себе, жила без денег, и они ей срочно понадобились. И вот еще что. Что это? Собачья шерсть. Сониной одежды. Значит, что вчера или сегодня Соня была там, где есть собака. Ты про соседскую будку. Угу. Да, Виктор Григорьевич. Удалось тебе что-нибудь выяснить? В Питере газеты «Вестник» милиции не было, даже в списках СМИ не значится. Есть. Новости милиции. Петроградский милиционер. Что? Новости милиции. Тираж 500 экземпляров. В розницу не поступал, опечатались только нормативные акты. Смотреть подшивку? Нет, не смотри. Езжай к своим технологам. Давай. Газеты, в которой Соня увидела фотографию своего уголовника, никогда не существовало. Пакуешь наследство? Угу. Вот куда мне их девать? У меня книги дома, даже в коридоре, а такое в коридоре не оставишь. Да оставь их здесь. Стояли же они у бабушки 100 лет, и у Насти постоят. Слушай, давай завтра съездим к твоим ювелирам насчет Сониного ожерелья. Они в воскресенье работают? Да, работают. Два таких смешных еврея. У них квартира при магазине. Кирилл, я вот что не пойму. В голове не укладывается. Неужели бабушка не знала, что ожерелье не настоящее? А? Как она могла так с Соней поступить? Вот именно. Стоит выяснить. Без Сониного разрешения? Нет. Нужна будет помощь, сама скажет. Ну да. Она скажет. Ей мамаша в очередной раз напомнит, что она позор семьи. Она это ожерелье в него кинет с Дворцового моста. И сама следом. Ну что за чудо ваша бабушка? Знаток жизни. Да, бабуля толку не знала. Тебе налить? Не, я не пью. Запрет вина – закон, считающийся с тем, кем пьется, и когда, и много ли и с кем. Когда ж соблюдены все эти оговорки, пить – признак мудрости, а не порок совсем. Да. А Маркаян? Молодец. Я просто, когда выпью, я пятнами покрываюсь и чешусь. Только никому не говори, родственники не знают. Когда за столом сидим, выпиваем, я только делаю вид, что пью. На самом деле, попиваю, а в другой стакан сплевываю, типа запиваю. Слушай, зачем такие сложности? Все считают меня ботаником, а отец у меня, знаешь, офицер был. Касая сажень. За обедом рюмку опрокидывал. О, а я чешусь. Смешно. Меня очень беспокоят Настя, Сережа и Людочка. Сергей,
беспокоил бабушку из-за Муси. Она, очевидно, знала об их отношениях и не одобряла их. А вот кто такая Людочка? Ничего особенного, меня просто треснули по голове. Как треснули? Очень просто. Тупым деревянным предметом. Посмотри, пожалуйста, там занос нет? Теперь же кровь. Надо заклеить. Кажется, я испортил все, что можно было испортить. Он меня видел, а я его нет. Шишка будет. Ерунда. Приму холодный душ и пройдет. Кирилл, с тобой все в порядке? Настя, я из-за тебя заикой стану. А я тебе лед принесла, неблагодарный. Ты чего тут делаешь? Потрогай. Мокрая. Да, мокрая. Вот только дождя не было. Не было. Это ночная роса. Ночью кто-то выходил из дома, я не успел заметить, кто, увидел только свет от фонаря. Это чья обувь? А, тетя Нинина? Ты что? Ты что, ты думаешь, что это она тебя по голове? Проснись. Кирилл. Что случилось? В кабинете кто-то есть. Я боюсь. Пойдем посмотрим.
Сергей, ты что здесь делаешь? Примеряю бабкины бриллианты. Мне идет? Не находишь? Это ты убил Агриппину? Сообразительный. Я сразу понял, кто ты. Головушка не болит? Настя! А Насти Кирюша больше нет. Настя! Что это вас так проняло? Желаете изменений в программе? Доброе утро. Света, вас стучаться не учили? Да ладно. Мы ж свои люди. Почти родственники. Головушка болит, да? Ап! Держи. Аспиринчик. Зачем аспирин-то? Настя сказала, что вам после вчерашнего худо. Доброе утро, Нина Павловна. Настю не видели? Она, кажется, в саду. Кирилл, вы алкоголик? Скорее, язвенник. Не валяйте дурака. Вчера с Сергеем выпили целую бутылку коньяка. Мы с Сергеем? Не вижу ничего смешного. Напились, свалились с лестницы. Хорошо, хоть дом не подожгли. Сережа никогда не позволял себе напиваться. А с чего вы взяли, что он со мной пил? Настя сказала. Ага. Послушайте, молодой человек, я уже смирилась с тем, что вы находитесь в нашем доме. Я даже вам благодарна за то, что вы вступились за Соню. Но это не значит, что здесь можно хулиганить и впутывать в это Сергея. Нина Павловна, а куда вы ходили сегодня ночью? Вы что, бредите? Возможно, и все-таки. Никуда. Ну, а что я им должна была сказать? Или мне нужно было им рассказать про твои ночные приключения? Настя, ну не напился же. И при чем здесь Сергей? Так, вы коньяк в кабинете вчера вечером с ним пили? Пили. Сергей, между прочим, не отпирался. Понятно. Я нашла эту доску. Умница. Всем показала свою осведомленность. Меня никто не видел. Так я тоже думал, что меня никто не видит. А на ней могут быть отпечатки? Ну, отлично. Когда меня убьют, отнесешь ее в полицию. Что Соня? В саду сидит. Прожирели не гугу, как будто нет его вовсе. Пойдем, надо уговорить ее. Съездить к ювелирам. Кому кофе варила? Я думаю, что с Сониным уголовником не все чисто. Почему? Давай логически. Кому меньше всех нужно, чтобы Соня вышла замуж? Ее мамаша и братцу. Оба живут за ее счет. Как они рассуждали? Соня перестанет их кормить, и все ее деньги, а в перспективе и бабушкино наследство, утекут в новую семью. Не понимаю я, какая связь? Смотри, счастливая Соня всем рассказывает о своей новой любви. Тут бац, тетя Александре попадает на глаза газета. Как ей вообще в руки могла попасть милицейская газета? Не знаю. Ну а потом Соне эту газету показывают, дают травануться димедролом, откачивают и упекают в психушку. То, что ты говоришь, гадко и ужасно. Да, но не ужаснее, чем смерть твоей бабушки. Побудь здесь. Я сам с ней поговорю. Шарф. Пояс маме от радикулита. Как вы себя чувствуете? Так себе. Аспирин Света, наверное, у вас взяла? Да, у меня всегда с собой аптечка.
Можно присесть? Да, пожалуйста. Надеюсь, мое моральное падение не отразилось на здоровье вашей мамы? Нет, ваше падение ни при чем. А что при чем? Вы ухаживаете за Настей и пьете. Это нехорошо. Клянусь вам, Соня, с сегодняшнего дня брошу. Соня, вы должны поехать со мной в Петербург. Зачем? Нужно разобраться с вашим ожерельем. Мне бы не хотелось, чтобы вы вмешивались в это дело. Но тогда мне придется вести вас силой. Соня, возражения не принимаются. Мы едем прямо сейчас. Вы знаете, где находится ювелирная мастерская? Знаю, но мы никуда не поедем. Соня, вас обманули. Понимаете, обманули. Никакой ювелир вам вчера не звонил. Это был совершенно посторонний человек. Я уверен в этом на 100%. Я вам это докажу. Хорошо. Я поеду. Только мне нужно придумать причину для мамы. И Настя поедет с нами. Кажется, уговорил. Ага. Но только она мне не верит, так что поедем втроем. Ага, ладно. И мне будет спокойнее, когда ты рядом. Ура! Ну вот теперь я точно без тебя никуда не поеду. Всю жизнь мечтал о таком личном водителе. Констанция, куда же вы все время исчезаете? Я? Переодеваться. Простите, Нина Павловна, я, кажется, помешал. Да нет. Садитесь. Ваша мама была красивой женщиной. Да. Многие не верили, что ей за 80. Чаю хотите? Или что-нибудь посерьезнее? Да нет. Давайте просто чаю. Хорошо. Только сахара нет. Да ничего, можно. Можно и без сахара. Зося Вацлавна за этим строго следила. А вот Муся мышей не ловит. Ой, я столько слышал о Зосе Вацлавне хорошего. Почему же ваша мама с ней рассталась? Мама всегда делала так, как хочет. И никогда не объясняла, зачем. Значит, Сергей стал арабский учить тоже по ее прихоти? Нет, что вы. Сережке просто нравились книги из библиотеки мамы. Он часами мог рассматривать картинки, потом сочинял какие-то истории. А почему эти книги оказались в вашем доме? Сергей сказал, что они принадлежали Якову. Почему же после ареста его родственники их не забрали? Ну, видимо, они никому не нужны были. Жена Якова была женщина простой, она даже по-русски плохо читала. Нина Павловна, а на что же вы жили, когда отца арестовали? И потом, после его смерти. Я думаю, что-то от папы осталось. По крайней мере, мама так говорила. Когда его пришли арестовывать, был обыск, но чекисты ушли ни с чем. Мы в детстве с Димкой думали, что мама нашла клад. Клад? Ну, понимаете, папа был генералом, большим человеком, а вокруг таких людей всегда какие-то легенды. Интересно. Да чушь. Якобы во время войны в замке под Кёнигсбергом папины саперы нашли сундук с золотом. Яков, который командовал этими саперами, принес этот сундук папе.
Они его переправили в Ленинград и зарыли в саду. Ап. Тут прямо Мулин Руж. Вот где ты ходишь? Я не знаю, что мне надеть. Давай, помогать мне будешь. Отвернись. Отвернись. Настя, ты слышала что-нибудь про клад? Какой клад? Который твой дед и Яков с войны привезли. Поворачивайся. Ну как? Нет, да? Понятно. Отворачивайся. Но это же сказка. Семейная легенда. Значит, ты знала. Папа рассказывал, как они с тетей Ниной в детстве в кладоискатели играли. А бабушка их за это ругала. Поворачивайся. Ну? Что? Ты привереда. Сам посуди. Как дед мог привезти из Германии целый сундук с сокровищами? Он же не Индиана Джонс. Настя, твой дед был генералом. Офицеры в 45-м оттуда барахло вагонами привозили. Ну, смотри. Класс. Нравится? Очень. Ну, иди застегивай. Знаешь, я думаю, именно на этот клад твоя бабушка и жила все эти годы. Прости. И клад спрятан где-то здесь, в доме. Ты знаешь, ты лучше бы, чем гоняться за мифическими кладами, ты бы лучше выяснил, кто тебя доской огрел. Непременно выясню. А свой клад я, кажется, уже нашел. Мы на ней до Питера-то доедем. Не боись, доедем. Настя! Настя, доченька. Кирилл. Настенька, когда вы вернетесь? В пять. Кириллу в город нужно и в магазин заедем. Вот, про магазин. Умоляю тебя, купи что-нибудь вкусненького. Я вот тут записала. Ну, надоели эти полезные продукты. Все будет. Сонечка, а вы тоже в город едете? Да, у меня фонедоскоп сломался. Тетя Юль, вы посмотрите за мамой, ладно? Конечно, посмотрю. Кирилл, и напомни мне в городе, чтобы я две курицы купила. Папа гриль будет делать. Ага. Хорошо. До свидания. Две курицы. Купим. Какая альтернатива полезным продуктам? 4 пиццы и гавайский ром. Так во сколько вы сказали, вы вернетесь? Мне Франц Иосифовича. Здравствуйте. Извините, Франц Иосифовича нет? Ну вот, что вы кричите? Я к Францу Иосифовичу. Как же. Ожерелье. Да. Барышня привозила ожерелье изумительной красоты. К вашим услугам, Михаил Эрастович. Мы бы хотели узнать про это ожерелье. О! Слушайте. Франц Йосч варит кофе. Мы всегда пьем кофе, когда пушка выстрелит в крепость. Я просил, я ему говорил, я его спрашивал. А что, если придут в это время клиенты? Он слышать не желает, он варит кофе. Он говорит, я слишком стар, чтобы изменять своим привычкам. Франц Иосифович, у нас гости. Сегодня нужно много кофе.
Он трясется над своими зернами, как скупой рыцарь над золотом. Он считает, что в этом городе никто не умеет варить кофе. Его учил варить кофе сам Мессинг, когда они жили в Варшаве. Мессинг. Ну, прошу. Хватит ли нам чашек, Францевич? У нас трое гостей. Покажите молодым людям присесть, Миша. Конечно. Присаживайтесь, прошу вас. А чашек у нас семь. И вы это прекрасно знаете. Вам повезло, молодые люди. Мои кофейные зерна из Арабских Эмиратов. А нет ничего лучше, чем кофе из настоящих кофейных зерен. Я прав, Миша? Всегда, Францевич, всегда. Только не говорите мне, что растворимый кофе – это кофе. Это заменитель, эрзац. Все то, к чему не прикасаешься своими руками, мертво. То, что не нужно готовить, в том нет твоей души. Ну, помогайте мне, Миша. Да. Чашки нужно подогревать. Только дикари наливают горячий кофе в холодную глину. Кофе должен быть огненным. Он должен возбуждать чувства и радовать сердце. Как ваше ожерелье, дорогая моя. Мы очень, очень благодарны Сергею Сергеевичу, что он направил вас именно к нам. Даже мы не часто имеем дело с такими вещами. Потрясающе. Скажите, а ожерелье, оно настоящее? Хм. Такое же настоящее, как мы с вами, дорогая. Не поддельные? Вы имеете в виду камни? Камни? Камни просто изумительные. Красота, огранка. Старинная голландская работа. Середина позапрошлого века. Ну, оправу надо, конечно, немного почистить, но в целом состояние прекрасное. Густав ван Гатен дю Валенгшток. Очень известный мастер. Художник. Работа по серебру. Отличная. Да, отличная работа. Что с вами? Францевич, очень крепкий кофе. Нужно окно открыть. Соня. Я же говорил, вам нельзя так заваривать. Но барышня даже не прикоснулась к чашке. Сонечка, не надо, все хорошо. Да? Да. Все хорошо? Да. Скажите, а к вам по поводу этого ожерелья никто не обращался? Никто не приходил, не звонил. Ну как же? В пятницу Сергей Сергеевич звонил. Я ему сказал, что в подлинности сомнений быть не может. А он представился, или вы его узнали по голосу? Молодые люди, здесь не копеечная лавка, где растягивают кольца. Нас знает весь Петербург. Нам помнить голоса клиентов ни к чему. Францевич. Да. Представился, представился. Сказал, здравствуйте, Михаил Иастович, я Сергей Сергеевич. А что, барышня желает забрать ожерелье? Нет-нет, барышня желает оставить его здесь. Угу. Барышне негде его хранить. Правильно. Подобные вещи надо хранить с умом. И, пожалуйста, кроме Софьи Борисовны, никому его не отдавать. Даже если вам принесут сотню доверенностей. Сколько она стоит, если его продать? Не спешите, дорогая моя. Продать всегда успеете. Еще ваша дочка или внучка оденут его на свадьбу. Старик ван Гаттен был бы доволен. Ну, хотя бы примерно.
Сложно сказать. Ну, от 70 до 100 тысяч долларов. Да. Немного меньше, немного больше. Зависит от знатока. Вы, Соня, просто доверчивая идиотка. Сонечка, ну все же хорошо. Ну что ты? Я думала, что бабушка меня не любила. Что она меня презирала. Она оставила мне бриллианты. Ну успокойся, оставь пожалуйста. Оставь ее, пусть поплачет. Сама виновата. Нельзя позволять людям так измываться над собой. Ты откуда узнал, что звонил мне ювелир? Я только предположил. Сергей сказал, что тут работают два смешных еврея. И что из этого? Вчера была суббота, шаббат. Ни один уважающий себя еврей трубку не снимет. А-а-а. Вы останетесь в гостинице, и мне нужно съездить по делу. Дай мне ключи от машины. Нам нужно купить овощей и две курицы. Нас дома. Это недолго. Здравствуйте, Кирилл Андреевич. Привет. Продлите мне брони еще на 3 дня. Конечно. Перекусите что-нибудь в ресторане и ждете меня в номере. Пошли. Ага, хорошо. Пойдем, Соня. Идем, Соня. Идем. Давай, давай, давай. Но мне нужно домой. Куда домой, Сонечка? В квартиру. Если я не привезу фонендоскоп, мама обо всем догадается. О чем именно догадается ваша мама? О том, что я ездила узнавать про ожерелье. И что? Она очень расстроится. Расстроится от того, что ваше состояние составляет сотню тысяч долларов? Бабушка, я ничего не оставила, только Библию с выделенными изречениями. С какими же, интересно? Какую меру и мерите, такое отмерено будет и вам. И прибавлено будет вам. Она не переживет, если узнает, что ожерелье настоящее. Переживет. Отдадите ей ваши денежки, она утешится. Так что плюньте на фонендоскоп. Я не могу. Зато я могу. Вами все помыкают, я исключением не стану. Кирилл! Вперед, Соня. Виктор Григорьевич, привет. Удалось что-нибудь выяснить? Отлично. Через полчаса на прежнем месте. Нет, я не в Дублине. Ресторан, запишите на мой счет. Хорошо, Кирилл Андреевич. Специально прилетел на тебя посмотреть. Давай. Делаешь успехи. О, обижаете, Кирилл Андреевич? Оперативно. Прежние сослуживцы помогли. Кое в чем. Понятно. Оттуда информация. А что с лицом? Порезался, когда брился. Ясно. Ладно, выкладывай. Значит так. Петруничева Светлана. Институт патентоведения. С 2011 года служит в архиве группы патентных поверенных. Самая молодая в коллективе, остальные тетки за 40. Ничего криминального за ней не числится. Все? Да. По ней да. Не густо. Есть одно обстоятельство, которое не имеет прямого отношения к твоей Светлане, но все же... Не томи. Некто Петр Борисович Лялин, ее начальник. Мужчина во всех отношениях положительный, но пару месяцев назад вдруг взял, да и неожиданно разбогател. Зарплатка в архиве, сам понимаешь, никакая, а машинку он себе купил аж за 25 тысяч американских рублей. И что? А то, что я пообщался с ребятами из арбитража. Они сказали, что у них висит какая-то мутная история с одной торговой маркой, в которой как раз замешана группа патентных поверенных. Против владельца марки был выдвинут иск о незаконном использовании товарного знака. Много лет назад такой же знак уже был зарегистрирован, но другой компанией. Владелец, естественно, поехал в Институт патентоведения, где получил авторское свидетельство. А те развели руками. Мол, ничего поделать не можем, ваш конкурент зарегистрировался раньше, чем вы. А проверять не наше дело. Короче, иск мужик проиграл, и случилось это как раз около 2 месяцев назад. Вот это уже интересно. У тебя адрес этого... Лялина есть? Естественно. Держи. Отлично. Спасибо, Виктор Григорьевич. С меня отпуск. Внеочередной и оплачиваемый. Молодец. Ты босс. Информация, которую накопал Виктор, более или менее объясняла причины странного телефонного разговора Светы. Похоже, из числа подозреваемых ее можно исключить. Однако нужно убедиться в этом точно, поговорив с этим Лялиным. Здравствуйте. Здравствуйте. А где здесь Петр Борисович? Шахматы играет. Вон тот. Спасибо. Здесь сидит. Ну, спасибо. Ну, да. Держи. Отыграюсь еще. Вы позволите?
Молодой человек, у нас играют на интерес. Так, интересно? Прошу, составим блиц, трехминуточку. Петр Борисович, у меня к вам дело. Мы с вами знакомы? Нет, но мне вас посоветовал один очень уважаемый человек, имя которого сейчас мне не хотелось бы называть. Слушаю. 3 года назад вы зарегистрировали торговую марку «Коробок.ру». Не припоминаю, но можно посмотреть. Так вот, моя фирма тоже называется «Коробок.ру». И? Надо, чтобы мой коробок оказался чуть старше конкурента. Это непросто и требует определенных усилий. И каков объем этих усилий? Два процента от прибыли. Немало. Мне важно, Петр Борисович, чтобы все было по-настоящему. Шах. Так и будет. Могу я знать, кто еще будет посвящен в подробности этой истории? Только один человек. Молодая симпатичная девушка из архива. Ведь ваше новое свидетельство 5 лет уже лежит там, не правда ли? С вами очень приятно иметь дело. Мат. Нет-нет, что вы, не надо. Это аванс. Я вам позвоню. Если что, этого разговора не было. Само собой. Что и требовалось доказать. Темные дела Светы – это махинации с патентами. И к Настиной бабушке они отношения не имеют. Всего доброго. И вам. Приехали. Угу. Мама. Мама. Соня. Соня, ты только маме ничего не говори, ладно? Но Кирилл прав. Лучше про ожерелье совсем не вспоминать, будто нет его вовсе. Если мама узнает, она меня не простит. Соня, я утоплю вашу маму в Финском заливе. Держите. Если вы мне скажете, что у вас дома не такой, и ваша мама это заметит, я утоплю вас вместе с ней. Откуда он? Смастерил из подручных материалов. Правда? Да в аптеке купил. Спасибо. Я ведь вас так и не поблагодарила. Пожалуйста, вылезайте, вытаскивайте вашу маму из засады. У нее же очень нежный организм. Не ровен час простудится. Слушай, а когда ты успел в аптеку? Пока вы с Соней куриц выбирали. А, стой! Кирилл, ты был такой злющий, такой классный. Настя! Иду, тетя Нин. Ну, и где вы были так долго? Тетя Нин, мы... Куриц выбирали. Куриц выбирали. Угу. Неси быстрее на кухню, а то родители давно гриль кочегарят. А вот это что за праздник? За чей счет? А, это Кирилл? Кирилл? Я ему говорила, не надо, а он говорит, тетя Нина будет очень рада. Я буду рада, молодой человек, если вы не станете более нас ничем обязывать. Ваша щедрость неуместна. Да, привет, как и ваша сварливость. Поможете? Молодец. Сергей! Иду, иду. Помоги Кириллу отнести продовольственный склад. Ага. Вы чего, к ювелирам ездили? Откуда знаешь? Я думал, Соня не поедет. Я тоже так думал. Пойдем, поговорим. Ага. Ну, и чего? Чего вам сказали-то? Они сказали, что ожерелье подлинное. А еще сказали, что Соне они не звонили.
Как не звонили? А вот так. Зато в пятницу им звонил ты. И тебе они сказали, что ожерелье настоящее. Я звонил? Да, а ты не звонил? Не звонил. Чего за чертовщина-то, блин? Погоди, а кто тогда Соне звонил? Не знаю. Важно, по чьей просьбе звонил. Так, я Францу не звонил. Я привез им Соню с ожерельем и ни с кем вообще больше не разговаривал. Погоди, чего за дела-то? Все равно бы выяснилось, рано или поздно. Миша бы меня спросил, как я сделал, я бы ему рассказал. Он мог бы спросить тебя через год, и концов бы вообще не нашли. Да погоди, ну а кто тогда все это сделал? Я не знаю. Но мы договорились ничего не говорить Александре. Это на тот случай, если ты захочешь что-нибудь выяснить. Понял? Понял. Не понял. Погоди! Это же подлость! Никто из наших не мог так с Соней поступить! Человек, который организовал звонок от ювелира, был уверен, что если сама Соня не захочет, чтобы кто-то вмешивался, значит, никто вмешиваться и не будет. Что вы здесь делаете? Я уронил чью-то сумку, из нее выпали вещи. Из нее еще что-нибудь выпало? Нет. А что, еще должно было что-то выпасть? Соня! Это с кем ты там посреди ночи трепаешься? Немедленно вернись! Иду, мам. И закрой дверь, меня продует. Покой ночи. Угу. Ночь на дворе, а в этом доме не спят, как в парке. Убить за 100 тысяч долларов ничего не стоит. Убивали и за меньшее. А если убьют Настю, или ее отца, или мать, или еще хуже, кто-то из них заварил всю эту кашу. Ну что там? Вот. Слушай, я не знаю, правда. Давай я завтра во всем разберусь. Нет, это не текст, это черт знает что. Завтра. Ладно, хорошо. Муся. Вы Сергея не видели? Кирилл, вы что-то ищете? Да, где Сергей? Сергей пошел спать. А Света и Влад? Света принимает ванну, а Влад, наверное, смотрит телевизор. Ты закончила? Да, не дополню. Вам на улице что-нибудь нужно? Нет. А то я дверь закрываю, а Муся уходит. До свидания. Угу. Кирилл, ты где был? Я уже заснула. Здесь происходит что-то странное. Я не могу понять, что. Ложись спать. Утро вечера мудренее. Завтра разберешься. Угу. Ну, давай.
Сергей! Сергей! Сик, ко мне! Рядом! Не бойтесь, он не кусается. Дик, фу, замолчи! Собаку свою держать надо. Что случилось? Человек пропал. В смысле? Не знаю, может, утонул. Помоги. Дик, искать! Искать! Жди меня здесь. Ага. Давай-ка, давай. Ай! Заводись, ну! Заднее на себя вверх. Куда едем? В Питер? Нет, до Питера сейчас не довезем. Давайте здесь налево, а там я покажу. Далеко? Минут пять. Ну что там? Пьяными не напивались бы и не тонули бы. Он живой или нет? А ты кто ему будешь? Я его брат. Так он жив? Не жилец. Поздно привезли. Кто привез парнишку? Я спрашиваю, кто привез утопленника? Я привез. Аллергия на что-нибудь есть? У меня? Нет, у меня. У него, конечно. Да я не знаю. Погодите, у него на алкоголь аллергия. Ай, на алкоголь. Да не переживай ты, откачают другана твоего. Хорошо быстро привезли. Нашли, могли бы всю ночь пролазать. А кто его так? Меня Гришей зовут. Меня Кирилл. Скажите, пожалуйста, а он нормальный врач? Или может привести того, кто понимает? Сами-то вы много понимаете.
затычки бы вам в глотке, чтобы водку некуда лить было. Сергей Сергеевич, врач от Бога. Может быть, нужны деньги, я заплачу. После заплатите? Если все обойдется. Собака-то твоя где? Не потеряется? Дик-то? Да нет. Он не дурак. Куда попало бегать? Дождется. Ты сосед наш? С чего это вы взяли? Че собаку-то в доме держишь? Она у тебя там, небось, с ума сходит. Да нет, Дик уже привык. Ничего. Ну что, доктор? Жив. Жив твой приятель. Правда, пока без сознания, но дышь тоже сам. Точно жив? Железно. Два раза сердце останавливалось, на силу запустили. Еще 5 минут и все. А вы до которого часа работаете? До 8, а что? Я вам деньги привезу. Ты для начала скажешь мне спасибо. А потом в таком состоянии ехать. Еще влепишься куда-нибудь. А мне тебя зашивай. А я сегодня устал. Значит, говоришь, деньги у тебя есть, да? Есть. Тогда сделаем вот что. Я сейчас тебе напишу. Когда он в себя придет? А черт его знает, может, через час, два, а может, через неделю. Томограф нужен. Томограф? Да, переносной. Значит, поедешь в город по этому адресу, скажешь, что от меня. Хорошо. А когда привезти нужно? Чем раньше, тем лучше. Мне интересно, чего это его среди ночи в воду понесло? Вроде трезвый. Ушибов, синяков на теле нет, а в легких воды полным-полно. Специально столько не накачаешь. Ну ладно, поезжай. Тебе бы домой сейчас, там переполох, наверное. Поехали. Слушай, что у вас там за дела творятся? Сам справишься? Может, подмагнуть чем? Ты же видел, как я справляюсь. Вот что, приходи часиков в 6. Может, я к этому времени разберусь чем-нибудь. Если нет, значит, все. Поезд ушел.
Нельзя мне к вам. Никак нельзя. Ну и черт с тобой. Сиди там со своей собакой. Дверь не забудь запереть. Салют. Кирилл, что произошло? Что случилось? Что? Где ты был всю ночь? Кирилл! Ты где был? Пиво пил. Очень смешно. Папа. Кирилл, ты куда ездил и где Сергей? Его нет нигде. Он в больнице. Что? Господи. Больница? В какой больнице? Здесь близко. В поселковой. Мама. Юля, он говорит, что Сергей в больнице. О, Господи, в какой больнице? Вы толком можете мне объяснить, в чем дело? Он пошел на залив. Подскользнулся. Упал в воду, ударился головой. Головой? Я его вытащил из воды и отвез в больницу. Где ты взял ключи? В машине были. Какой залив? Зачем среди ночи Сергею идти на залив? Объясни, ты с ним ходил? Ты цел? Ты пьян? Нет, я не пьян. Ну тогда что с тобой? Что произошло? Тихо, тихо. Юль, с ним что-то не то. Да все со мной то. Да что ж мы стоим? Нина, надо ехать. Дима, куда? Кирилл, где эта больница? Сейчас никуда ехать не надо. Сергей живой. С ним все в порядке. Нина, успокойся. Что? Живой? Тихо. А зачем он свалился на нашу голову, Юль? Нина, я не понимаю. Просто, Сережа, где? Какая больница? Какой залив? А такой! Ты просто дура, Нина. Александра Тихоновна. Да вы все тут сошли с ума. Это кого впустили в свой дом, а? Кто это? А это распутник, дрянь и алкоголик. Агриппина предупреждала. Тетя! Молчать! Твой сын, Нина, напился пьяным вместе с ним. Я видела в кабинете бутылку водки и два стакана. С кем он пил? Вот с этим. Мама. А потом они пошли на залив, и этот его утопил. Водка. Ты что, пил с Сергеем водку? Кирилл? Мы не пили. Я его после ужина даже не видел. Да твой сын всегда был слаб, Нина. Ни на что не годный хлюпик. Мама, хватит, пойдем. Отстань, Сонька. Ой. Все должны получить по заслугам. А вот мой сын никогда не пьет водку по ночам с бандитами. Никогда. Кирилл. Ты правда пил водку с Сережкой? Мне нужно в душ. Кирилл! Кирилл, подожди! Ой. Подожди! Как Сережка попал в воду? Его вытащили из окна в кабинете. Как вытащили? Думаю, что он был без сознания. Почему? Почему он был без сознания? Попробую с этим разобраться. Ты что-то потерял? Что? Что ты ищешь? Здесь все было не так, понимаешь? Ночью, когда я выпрыгнул из окна, я увидел здесь след. Как будто что-то тяжелое волокли по земле. Если бы не этот след, я бы ничего не понял. А теперь его нет. Кирилл, вы точно ничего не пили? Мы точно ничего не пили. Я в душ. Ночью никакой бутылки не было. Я точно помню, я же заходил в кабинет. Твой сын, Нина, напился пьяным вместе с ним. Я видела в кабинете бутылку водки и два стакана. С кем он пил? Никто не знает, что у Сергея аллергия на алкоголь. Он даже родным стесняется об этом сказать.
Тебе налить? Нет, я не пью. Я просто, когда выпью, я пятнами покрываюсь и чешусь весь. Даже от пива. Сергей должен был утонуть. И все выглядело бы так, будто его утопил я. Есть будешь? Да нет, кофе будет достаточно. Кирилл, за домом на веревке висит твое полотенце, оно мокрое. Ты все-таки купался. Послушай, я не купался, не пил водку с Сергеем. Он вообще не может ни с кем пить. У него аллергия, понимаешь? Какая аллергия? Что ты выдумываешь? Ничего я не выдумываю. Сегодня ночью Сергея пытались убить. Как убить? Ты соображаешь, что ты говоришь? Здесь лежал велосипедный насос. Причем здесь насос? Ты его не забирала? Сережу хотели убить? Кто-нибудь заходил в кухню? Я не знаю! Кто заходил в кухню? Вспоминай! Все заходили, мама с папой. Соня, Светка, наверное. Муся. Муся еще не приходила, а Владик... Владик спит. Во! Видишь, на велике из города приехал. Своей машины нет, а на электричках, по его мнению, ездят одни плебеи и уроды, представляешь? Владик... Good morning. How are you? Проще говоря, стучаться надо, когда входите, я мог быть в неглиже. Где насос от твоего велосипеда? Вы что, милейший, с дуба рухнули? Какой насос с утра пораньше? У вас вчерашняя водочка играет? Ты откуда про водку знаешь? Ой, а мы уже на ты. Пойдите вон, а? Мне одеваться надо. Я тебя спрашиваю, придурок! Откуда знаешь про водку? Что у вас здесь происходит? Ты ему сказала. Про водку ему сказала мама. Владик здесь совершенно ни при чем. Он не устраивал ночью пьянку. Ну вот. Сонечка молодец. Сонечка всегда знает, что сказать. Выкушали, милейший. Слушай, ты, да я ведь делаете? Не мамочка, я и по морде дать могу. Пустите вы его. Ночью на кухне лежал велосипедный насос. Это твой? Ой, забыли добавить. Тамбовский волк тебе, товарищ. Да пустите. Ну, все что он хорошо, пристал ко мне, а? Ну, тихо, не оторвал. Владюш, тихо, я, между прочим, ночью по кухням не шляюсь. Вот что, дорогие мои, ваша бабушка не роняла в воду фен. Ее убили. А сегодня ночью чуть не убили Сергея. Так что заканчиваем кривляться и отвечаем на мои вопросы. Подробно и четко, ясно? Я тебя спросил, ясно? Ясно, чё. Вы из полиции? Да, я из полиции. Где твой насос? На велосипеде. Показывай. Шагай, шагай. Что ж так грубо? Вот велосипед. И вот насос. Кирилл, оставь его в покое. И еще что-нибудь изволите? Свободен. Все, как говорится, финита ля комедия, дорогой Пуаро. Ха, доигрались. Езжай уже. Пока не поздно, советую удрать. Зачем? Зачем ты им рассказал про бабушку? Потому что я должен был выяснить, что произошло. Слушай, отправляйся с отцом в город. Я не могу, они с тетей уехали в больницу. Хорошо, поедешь, когда они вернутся. Сергею нужно привезти какую-то штуку для обследования мозга. Вот телефон врача. Если что-то будет непонятно, сразу позвони ему. Деньги я тебе дам. Ты мне скажи, все плохо, да? Настя, он очень долго был в воде, понимаешь? Ему нужно обследование. Там все написано. Прости меня. Прости меня, пожалуйста, это я тебя втянула. Да что ты, все нормально. Давай, иди уже, сделай что-нибудь полезное. Только будь осторожна, хорошо? Маман, пардон. Аппетит пропал.
Нина. Нина, Ниночка, ну что там? Он бледный такой. Угу. Я ему Сережа, а он... Ну все. Все-все, не волнуйся, он же молод. Будем надеяться, все будет хорошо. Кирилл, врач мне сказал, что ты обещал что-то из города привезти. Я привезу, пап. Садись, поешь. Я не буду. Я пойду машину дозаправлю. Это все из-за него. Агриппину убили. Что за чушь? Кому она нужна? А может, он сам ее убил? А теперь к нам подбирается. Тетя, о нашем существовании Кирилл узнал несколько дней назад. Ну и что? Ему твое наследство нужно. Если бы Сонька получила бриллианты, он бы и за ней волочился. Мама, сделай тебе бутерброд. Нет, отстань. Распутство никогда до добра не доводило. А ты куда смотришь? Вот он ее. Как Сергей убьет, а дом себе заберет. Сергей жив, Александра Тихоновна. Даже Агриппина говорила, что он дрянь. Бабушка никогда не видела этого Кирилла. Она видела совсем другого. Какого другого, Настя? Это не тот Кирилл, с которым я обещала вас познакомить. Значит, ты все-таки полицейский? Соня, а почему это ты с ним говоришь на «ты»? И вообще, как ты смеешь говорить с бандитом, который оскорбил твою мать? Мам, хватит. Он пытается нам помочь, а ты ему мешаешь. Хватит. Значит так. Концерт окончен. Вы идете в свою комнату и сидите там, пока вас не позовут. Настя, отправляйся с отцом в город. Все остальные остаются на даче. Занимаются своими делами. Угу. Сергей. А в легких воды полным-полно. Специально столько не накачаешь. Здесь лежал велосипедный насос. Вы что, милейший, с дуба рухнули? Какой насос с утра пораньше? А здесь что было? Зеркало. Оно недавно разбилось. Он совсем другой фен. У бабушки был другой, белый. А где у вас пробки? Сереже нравились книги из библиотеки мамы. Он мог часами рассматривать картинки, потом сочинял какие-то истории. Он часто приезжал сюда, оставался здесь. Книжку свою здесь писал. Он специалист по арабскому языку. А бабушка тоже по-арабски читала? Нет, бабушка нет. Дед собирал. Хотя он тоже арабский не знал. А вот Яков знал. Это дед в форме. А вот это Яков. Мы в детстве с Димкой думали, что мама нашла клад. Папа рассказывал, как они с тетей Ниной в детстве в кладоискатели играли. Бабушка их за это ругала. А почему бабушка уволила эту вашу Зосю? Вацлавну. Не знаю. Мама всегда делала то, что хочет, и никогда не объясняла, зачем. Это бабулин дневник. Она все записывала, считала это признаком дисциплины ума.
Да, Настя. Привезли? Отлично. Денег врачу не забудь оставить. Я в полном порядке. Да, кажется, я все понял. Нет, не скажу. Приезжай. Нужно, чтобы это слышали все. Все собрались? Ну что же, будем разбираться в соответствии с классикой жанра. Муся, несите самовар. Разговор будет долгим. А мне кто-нибудь объяснит, почему я должна слушать этого афериста? Александра Тихонова. Действительно, Кирилл, очень тяжелый день был. Кирилл, ты говорил, что мама... Мама умерла не сама. Да, ее убили. Но сначала я должен рассказать о другом. Господи. Откуда он взялся? Дик, назад! Это со мной. Дик, фу. Здрасте. Молодец, хорошо, что пришел. Присаживайся сюда. Это кто? Меня Гриша зовут. Я к Соне. Сидеть! Пожалуйста. У меня аллергия на собаку. Ничего, потерпишь. Господи, я, по-моему, умираю. Это тот самый уголовник, в которого влюбилась Соня. Кто уголовник? Этого нам еще не хватало. Успокойтесь, Нина Павловна. Он такой же уголовник, как и мы с вами. Что? Да, Сонечка. Вся эта история с газетой была выдумкой от начала до конца. Не было никакого вестника милиции. Да и фотографии в разделе «Особо опасные» тоже не было. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Зачем он сюда пришел? Сонечка, сядь, пожалуйста. Затем, Соня, что рано или поздно это должно было закончиться. Твоя мать и твой брат сочинили эту историю с уголовником, потому что не хотели, чтобы ты вышла замуж. Я прав, Александра Тихоновна? Газету «Вестник милиции» Владик состряпал на своем компьютере. Он же сфотографировал Гришу, когда приходил к Соне в больницу. Идея, конечно, была тетушкина. И тетушкина же исполнение. Она подсунула эту газетку Соне. Потом дала ей возможность принять снотворное. Вызвала скорую и сдала в дурку. Расчет был верный. Когда Соня вернулась из больницы, Гришу уже выписали. Только одного она не учла. Он не поверил, что Соня его бросила. И начал ее искать. И нашел. Сядь, Гриш, сядь. Спокойно. Ты думала, что я уголовник? Значит, все время, что мы встречались, ты думала, что я уголовник? Тетя, это правда? Это ты им рассказал. Слизняк! Это не я! Правда, не я! Он здесь ни при чем. Все стало ясно, как только Света любезно посвятила меня в подробности этой истории. Ненавижу! Кирилл! Муся, принесите йоду. У тебя кровь. Да это царапина. Все в порядке. Не надо, Муся. Сядь, пожалуйста. Ничего страшного. Она просто бесится. Верно? Чего ж ты не сказал, что ты не уголовник? Я ж не знал, что говорить. Она все время твердила, что все кончено, что мы больше не увидимся, чтобы я уходил и больше не возвращался. И все. Я думала, что он бандит. Я говорила ему, что я все знаю, чтобы он уходил. А он не уходил. Соня, Сонечка, ну как же так? А я не мог понять, что она знает. Она бы никогда не догадалась. Она всю жизнь была дурой. Ее место здесь. Рядом со мной. Слышите? Это ты все испортил. Ваша дочь приготовила ампулы с барбитуратом. Что? Сонечка, зачем? Я хотела сказать ему, что мы больше не увидимся. Он бы ушел, а я... А ты бы, Сонечка, сделала себе укол. Такой, от которого ни одна скорая уже бы не откачала. Конечно. Ты ведь любила уголовника.
опозорила семью, чуть не загнала в гроб мамашу и продолжаешь с ним встречаться. Выход один, на тот свет. Сонь, ты с ума сошла? Да мне в духу не хватило. Она всегда была дурой. Ее ж на поводке водить надо. Это вас нужно водить на поводке, тетя. Дима. И в зоопарке на минуточку обезьяну показывать. Прекрати. На коленях приползешь. Прокляну. Всех прокляну. И вам здоровья. Видишь, правильно сделал, что пришел. Благословение получил. Еще бы доской меня по башке не огрел, совсем был бы молодец. Так это он тебя? Ну я же не знал, что я уголовник. Я думал, родные следят за ней, ко мне не пускают. Ну и решил проучить. Кстати, ожерелье ювелира дадут только Соне. Так что можете про него забыть. А какое ожерелье? Оно же поддельное. Да нет, Дмитрий Павлович, оно настоящее. И кое-кто решил, что ему оно нужнее, чем Соне. Так, тетушка. Ну что ты на меня уставился? Валяй. Рассказывай, Пинкертон. Спасибо. В тот день, когда Соня узнала печальную весть о том, что ожерелье поддельное, за столом не было только одного человека. Вас, Александра Тихоновна. Соня! Поди сюда! Принеси воды. Вы отправили Соню в гостиную за водой, а сами позвонили своему сообщнику. И тот, назвав себя ювелиром, известил Соню по телефону о том, что ожерелье поддельное. Кто этот сообщник, мы, надо полагать, никогда не узнаем. Да оно и не важно. Мам, за что? За то, что ты дура. Какая мерзость. Соня, постой. Когда ваш отец ушел, я ведь тогда перед Агриппиной на коленях стояла. Денег просила, она не дала. Ни копеечки не дала. Мразь. Соня, подожди. Хорошо, с этим все ясно. Переходим к основному вопросу. Агриппина Тихоновна не роняла в воду фен. Ее убили. А фен в ванну положили потом. Когда я в первый раз оказался в доме, меня удивило то, как выбило пробки после короткого замыкания. В доме три электрические линии. Если бы бабушка уронила фен в воду, выбила бы линию, отвечающую за ванную. А свет не горел в прихожей. Значит, короткое замыкание произошло там. Настя подтвердила мои подозрения. Фен, который достали из ванной, бабушке не принадлежал. Ее фен пропал. Его забрал убийца. А в ванну сунул другой, сгоревший, чтобы не вызвать подозрений. Случайно мне в руки попал дневник Агриппины Тихоновны. Он лежал в машине, поэтому убийца его и не заметил. За две недели до ее смерти в нем появилась запись. Меня очень беспокоит Настя, Сережа и Людочка. С Настей и Сережей все более-менее понятно. Настя беспокоила бабушку из-за Киры, которого она видела и который ей не понравился. А Сергей был влюблен в Мусю. И бабушка об этом знала. В Мусю? Агриппина Тихоновна вообще была женщиной необыкновенно наблюдательной. Развратница и мразь. Замолчите, тетя. Я прошу вас, Кирилл, говорите быстрее, но мы же не железные. Остается Людочка. Я не понимаю, зачем нужно было убивать маму? У нее были деньги, Дмитрий Павлович. Большие деньги. Странно, что никто из вас не задавался вопросом, откуда. Только одно Сонино ожерелье стоит 100 тысяч долларов. Сколько? А ты мне сказал 1000, подонок! Ой, ты обманул меня, мерзавец! Ты мне ухо оторвешь! Я тебя вообще прибью!
Тетя! Нина Павловна рассказала мне про клад. Все это глупости. Обычные детские глупости и больше ничего. Нет, клад действительно был. Его привезли из Германии ваш отец Павел и его друг Яков. Именно на эти деньги ваша бабушка жила всю жизнь. Знал об этом и тот человек, который убил Агриппину Тихоновну. Клад спрятан в доме. Перед арестом Яков зашифровал место тайника в арабской книге. Это было гениально. Ни один чекист во время обыска не стал бы изучать непонятные письмена. Но спустя годы это поставило в тупик и преступника. Сережа был единственным человеком, который мог помочь. Ведь он арабист. Убийца рассчитывал получить ответ сразу. Но Сергей исхода решения не нашел. И, будучи посвященным в тайну, стал опасен. Его оглушили, оттащили на залив. И чтобы создать иллюзию того, что он утонул, накачали в легкие воды велосипедным насосом. Ну а пока мы с Гришей везли его в больницу, в кабинете появились следы нашей с Сережей пьянки. Ну кто это сделал? Чего ты тянешь? Про клад знали в двух семьях. Вашей и Якова. В вашей семье нет Людочки, а про семью Якова все давно забыли. Помнишь, мы смотрели в кабинете фотографии? Дошли только до середины. А потом я вернулся и досмотрел до конца. Так вот, кое-каких фотографий там не оказалось. Зато в пепельнице оказалась кучка пепла. Каких фотографий? Внучки Якова. Там, где она постарше и где ее наверняка можно было узнать. Верно, Муся? Все оказалось очень просто. Нужно было ответить только на один вопрос. Почему ваша бабушка уволила прежнюю домработницу Зосю Вацлавну? И ответ оказался здесь. Сегодня в булочной встретила Людочку. Бедняжка бедствует. Галя недавно умерла, а я и не знала. Надо помочь. Могу взять ее к себе, но жаль Зосю, столько лет. Впрочем, Зося не пропадет, у нее дети, внуки. Буду думать. Людочка, Мила, Муся. Зеркало разбили вы. Оно мешало вам незаметно подойти к ванной, когда вы убивали Агриппину Тихоновну. Гадин. Правильно? И насос был от вашего велосипеда. Ну а фен-то вы зачем забрали? На память. Нина. Все, Дима, все. Муся, как ты могла? Этот клад нашел мой дед. А старуха все прибрала себе. Мать всю жизнь жила в нищете, получая от нее жалкие подачки. А как вы узнали про клад? Дед не вернулся из лагеря, а бабушка этого не пережила и вскоре умерла. Маме тогда было всего 10 лет. Историю про сундук с сокровищами она рассказывала мне как сказку. Не верила в нее, а я поверила. Да, но одной истории для поисков маловато. Маловато? В нашем доме хранилась картинка из арабской книги. Так вот, в маминых сказочках, если соединить ее с тремя другими, можно было найти сокровище. Да, это правда. Перед арестом Павел и Яков поделили картинки. Три остались у вашего деда, а четвертую, главную, Яков оставил своей жене. Из лагеря он не вернулся. И ваш дед и бабушка почему-то решили не делиться с его дочерью. Зачем вы ее убили? Ведь можно было просто забрать клад. Живой. Она бы мне клад не отдала. Настя. Однажды старуха застала меня в кабинете, когда я искал эти долбанные картинки. Она все поняла. Мне в любом случае пришлось бы ее убить. Вот эти картинки хранились здесь, в доме. В арабской книге. Откуда? Вы испугались, что Сергей выживет.
и на всякий случай вложили их обратно. А я знал, где искать. Позавчера Сережа мне показывал эту книгу. А это я позаимствовал в подсумнике вашего велосипеда. Текста здесь нет, тут просто орнамент. Поэтому Сергей не смог его прочитать. Но если положить рисунки вот так, все три фигуры указывают в одну сторону. Здесь воин, здесь хан, ну а здесь минарет. Три линии сходятся в одной точке. Остается понять, на что они показывают. Ха! Подождите. Так это же на минуточку наша ваза. Как просто. Вы эту отпустили? Да, отпустили. Почему? Потому что все, что я рассказал, это всего лишь мои логические выводы. Они ничем, кроме устного признания Муси, не подкреплены. Но ведь это правда. Да, но никто не станет затевать дело из-за смерти пожилой женщины, принимавшей ванну. Сергей, слава богу, жив. И потом, по большому счету, во всем, что случилось, виновата только сама Агриппина. Слушай, а как ты думаешь, Соня теперь со мной будет или опять со своей мамашей бешеной? Нянькой? Это зависит только от тебя. Неужели она и впрямь думала, что я уголовник? Кирилл! Тетя Александра разбила бабушкину вазу, а под ней оказался тайник. В общем, вот, это все. Все, что мы там нашли. Да, Настя, не волнуйся, я уже в Питере. Да, скоро буду. Угу. О, ну, девчонки, это Кирилл. Дмитрий Павлович. О, Кирилл, ты что так долго? Да пробки на Ленинградке. Мария. Привет. Привет. Иди сюда. Ну, наконец-то. Заставил волноваться. Свет, ну скажи Насте, что Кирилл приехал. Вы очень красивая. Спасибо. Я знаю. Здрасте. Привет. Как голова твоя? Нормально, не булькай. Хорошо. Мама, не страсти такая. Где ты ходишь? Тебя ждем. Через 15 минут выезжаем. В церковь же нельзя опаздывать. Ага. За нами следующее венчание. Настя, где шампанское? Засеваться у нас. Когда ехал? Прекрасно. Оно в холодильнике. Оно в холодильнике. Я вас на улице жду. Хорошо. Иди сюда. Зося Вацлана, угу. Познакомьтесь. Это Кирилл. Очень рад. Очень приятно. Что-то вы задержались, молодой человек. Я всегда говорила, что у Насти хороший вкус. Ребята, ну вы идете. Света, захвати шампанское. Почему я должна быть официанткой? Где Соня? Мне надо с ней поговорить. Да она в гостиной перед зеркалом крутится. Соня? Ожерелье продала, представляешь? За 60, дура, продала. Так продешевить? Я быстро. Соня. Кирилл, как я рада, что ты приехал. Ну, еще бы я не приехал. Я тебя поздравляю. Спасибо. Я очень рада. Я тоже очень рад за вас с Гришей. Соня, я хотел сказать, это... В общем... Вот, это тебе подарок на свадьбу. Господи, ты с ума сошел? Откуда оно? Купил у двух смешных ювелиров. Они пьют кофе, когда стреляет пушка. Ты помнишь таких?
Да. Боже. Так не бывает. Жизнь полна парадоксов. Стремление Агриппины наказать Александру и осчастливить Соню едва не привело к трагедии. А бессовестное опоздание Виктора навстречу помогло мне найти свою судьбу. Впрочем, так или иначе, каждая история имеет свой финал. Какой? Зачастую зависит от нас. А любой финал – это начало новой истории.